не викидати кошти на орендоване житло, а помалу зібрані кошти інвестувати у власні омріяні квадратні метри. Саме інвестиції у нерухомість обдерли до останньої нитки десятки тисяч українців. Чи дійсно влада кидає своїх громадян на гроші? Українці беруть кредити у банках, аби стати вкладниками у власну квартиру. Натомість виплачують борги, так і не відсвяткувавши навіть новосілля. Добрий вечір. У студії ток-шоу «Політика без правил». Українців останнім часом те й діло, що кидають на гроші, і вони стають ошуканими вкладниками. Щоправда, на жаль, влада закриває на це очі. Про це поговоримо сьогодні в ефірі ток-шоу «Політика без правил» в ефірі телеканалу «Правда тут». Вітайте наших спікерів. Сьогодні в нашій студії Артем Багіров, активіст. Юрій Брикайло, адвокат. Василь Варга, керівник київського офісу компанії «Лев Девелопмент». Олександр Семченко, доктор політичних наук. Наталія Малишева – власниця квартири у ЖК «Деміївський квартал». Добрий вечір. Андрій Рижиков – CEO і керуючий партнер девелоперської компанії DC Evolution. Доброго вечора, шановні гості. Сьогодні у нас дійсно непроста тема, і хотілося б розпочати її обговорення з дуже цікавого факту. Говорять, що 30% житла взагалі не можна купувати. Отака є статистика. Чи дійсно це правда, чи це, можливо, байки для того, щоб залякати інвесторів? Давайте поговоримо. Пане Артеме, розпочнемо з вас. Ви як активіст, що думаєте з цього приводу? 30% можна, чи краще почекати і знайти надійного забудовника? Здравствуйте всім. На самом деле цифра намного вище. Потому что есть случаи, где государство вводило дома в эксплуатации, и люди, покупая уже квартиры на этапе, где дома введены в эксплуатацию, через время оказывались без денег и без квартир, так как отзывали ввод в эксплуатацию, и оказывалось, что этот дом не введен в эксплуатацию. Тобто, якщо на 30%, скільки, як ви гадаєте? От реальна цифра. Я думаю, більше 60. Тобто, чекайте, ви хочете сказати, що дві третини усіх оголошень, усіх забудовників, усіх житлових комплексів, усіх білбордів – це реально небезпечне інвестування? 100% так і є. Ця цифра, вона якось збільшується з роками, чи, можливо, все-таки зменшується? Ні, вона тільки увеличується. І цьому говорить новий законопроект Єліни Шуляк, який я сьогодні взяв. К большому сожалению, что вы ее приглашали, она сюда сегодня не пришла. И в этом законопроекте она узаканивает все те схемы. То есть если заказчик строительства, застройщик не достроил ваш объект, в этом законопроекте снимается вся ответственность застройщика уже и перекладывается на тех, кто купил квартиры в этом объекте и достраивает за свои деньги. Давайте трішечки детальніше про цей законопроект. Що саме вас не влаштовує, чим саме ви обурені? Что там недопрацьовано? Вы понимаете, что у заказчика строительства, у застройщика есть обязательства. То есть гражданин, который покупает на этапе строительства, вкладывает свои деньги и выполняет свои обязательства перед заказчиком строительства и перед государством. Потому что у государства тоже есть свои обязательства. Есть правоохранительная система, судебная система, есть налоги, которые платит тот же самый человек, который покупает на этапе строительства квартиру. А в этом законопроекте снимается вся ответственность из государства, из застройщика. И человек, который будет покупать с 1 января квартиру 2021 года, попадает в риски, что через там, какое-то время, если застройщик останавливает стройку, гражданин, ну, человек, который заплатил деньги, он больше не может иметь никаких претензий к этому застройщику, он должен брать на себя всю свою ответственность и достраивать эти объекты своїми силами. Чекайте, а як добудовувати? Власними коштами чи збирати навколо себе таких же ошуканих власників?
сбрасываться, создавать какие-то юридические лица новые, созданные, и этими юридическими лицами достраивать эти. Но насправді я чув, що є такі прецеденти, коли дійсно було заморожене будівництво, і були випадки, коли мешканці, інвестори, вони збиралися, знаходили освічену людину у законах, яка забирала всі документи, опрацьовували їх з юридичної точки зору, потім вони скидалися грошима і все-таки добудовували будинок, вводячи його в експлуатацію. В принципі, такий-то досвід є, можливо, не так і погано це, якщо це на законодавчому рівні буде. На сегодняшний день я знаю только один такой ЖК, который достроился после того, как заказчик строительства не достроил объект. Люди объединились в юрлицо, сбросились деньгами, достроили этот объект. Но проблема в том, что заказчик строительства ушел, а обязательства свои перед людьми не выполнил. А часть людей не доплатили по договору заказчику строительства, и вот эти вот суммы, которые они кто-то брал в рассрочку какую-то квартиру, да, и эти деньги уже платил в созданное юридическое лицо, которое взяло на себя ответственность достраивать объект. Как только достроили объект, появился заказчик строительства, это у нас в Киеве, Богдана Хмельницкого улица, появился заказчик строительства и сказал, что вы не выполнили передо мной свои обязательства. То есть вы не оплатили полную стоимость квартиры, где люди уже начали пояснять, что мы достроили этот дом своими силами, вы не выполнили свои обязательства. Он сказал, что вот, пожалуйста, дом достроен, я обращаюсь в суд, и суд становится на сторону заказчика строительства. То есть обязует людей уже повторно, ну вот те суммы денег, которые он не доплатил, доплатить заказчику строительства. От і все. Хочу запитати у Олександра Семченка, ви як доктор політичних наук, чи обізнані у цьому законопроєкті, і що можете взагалі сказати з приводу того, чи підтримує влада, бізнес і, можливо, інвесторів, які опиняються от у зоні ризику? Давайте так, конкретно с этим законопроектом я не знаком. Законопроектов достаточно много, которые вносятся и которые, в общем-то, работают не в пользу, кого вы называете инвестором, просто людей, которые хотят жить в нормальных квартирах и за это готовы заплатить. Так вот, власть занимается тем, что людей, в принципе, грабит. Причем это происходит не только в квартирных вопросах, но здесь вот такая вот схема ограбления. По сути, пирамида, по сути, ну как эти предприятия все устроены, по большей, ну часть из них, вернее, как. Деньги, которые идут на первый дом, они, скорее всего, он будет, скорее всего, достроен, потому что часть денег будет взята со второго дома. На второй дом, скорее всего, достроят, потому что деньги будут взяты с третьего и с четвертого. Третий и четвертый уже, скорее всего, не будут достроены. И это, ну, я бы это квалифицировал, знаете, уже не с точки зрения политологии, политической науки, а с точки зрения уголовного права. 190-я статья Уголовного кодекса называется мошенничество. В конце концов, и злоупотребление, ну, это злоупотребление доверием. В конце концов, есть договора. Каждый раз подписываются договора, в котором действительно, вот как коллега сказал, четко прописаны обязательства одной и другой стороны. Застройщик обязуется в определенные сроки выполнить определенные объемы работ. Покупатель обязуется в определенные сроки либо сразу, либо в рассрочку эти деньги заплатить. Тут проблема, знаете, в чем? Ну, шире я бы посмотрел. У нас, в принципе, политическая система построена таким образом, чтобы грабить народ. Не только на жилье, господи, да на в чем угодно. На продуктах питания, на горюче-смазочных материалах. Посмотрите, допустим, стоимость ГСМ, там же более половины налоги. Мы платим постоянно государству за то, чтобы государство выполняло свои обязательства по защите нас, но государство эти обязательства абсолютно никогда не выполняет. Пане Олександре, вибачте, у мене питання. Якщо ми говоримо, що забудовник, він не добудовує будинки і цим ошукує людей, то при чому тут влада? От ви декілька разів говорите, що держава, вона грабує. Я розумію вас, але поясніть все-таки для глядачів, в чому тут... Понятно, смотрите, во-первых, государство создает такие условия. Первое. Второе. Государство не выполняет свои обязательства по защите граждан. То есть в Конституции много всего написано, и в том числе есть законы, которые принимаются для того, чтобы вот те положения, которые прописаны в Конституции, они выполнялись, защищались. Уголовный кодекс, 190-я статья в данном случае, она тоже является нормой в развитии этих прав. То есть государство, установив факт преступления, а это факт преступления, когда сотни, да какие сотни, тысячи, наверное, десятки тысяч людей были обмануты, то есть они доверились, у них есть документы, подтверждающие факт обмана, но при этом государство, ну единичные случаи действительно есть, когда недобросовестных застройщиков садят, но
За этим абсолютно ничего не следует. На самом деле, вот если рассматривать эту проблему шире, что с этим делать в принципе, как на это реагировать, мне кажется, что строительная отрасль, она настолько привлекательна, что эту отрасль можно было бы монополизировать, по крайней мере, в том, что касается многоквартирных домов, монополизировать государством. То есть ввести здесь государственную монополию, и все строительные компании, которые здесь будут действовать в том или ином ракурсе, они должны быть государственные. Причем, опять-таки, в Конституции ведь прямо написано, что государство гарантирует каждому гражданину Украины жилье. Ну, так же написано. И у государства, я вам так скажу, есть возможности эти гарантии выполнить. Это вот не какой-то популизм, это реальные возможности. Зеленский объявил сейчас программу будивництва, да, там строят дороги, которые, правда, мало кто видит, и на которых очень много воруют. Так, извините, будивництво может быть развернуто, ну, вот, по-нормальному, на строительстве тех же жилищных комплексов. И за счет государства эти жилищные комплексы могут строиться. И это строительство жилья, оно может способствовать выведению из кризиса очень многих отраслей. Производство того же кирпича. В Украине есть много заводов, которые были построены в том числе уже в период независимости Украины, которые прозябают просто без заказов. Цементные комбинаты, металлургические комбинаты, машиностроительные комбинаты, там, заводы по производству запорной арматуры и так далее. То есть масса всего, что может быть подтянуто под жилье. И государство дальше в пользование человеку отдает это жилье. Ты платишь коммунальные услуги, ты оплачиваешь жилье, и ты живешь в этой квартире. И вот это вот социальная функция государства. Что делать с этими нехорошими людьми, которые украли у людей деньги? Ну, во-первых, есть уголовный кодекс, их по уголовному кодексу нужно наказывать. Во-вторых, вот не такие законы принимать, которыми выводятся они из-под ответственности, а наоборот, ужесточать ответственность, вводить в том числе, вот если украли у людей деньги по жилью, последнее, не последнее, неважно, украли деньги, так тут нужно еще не только в тюрьму сажать. Людям от того, что их в тюрьму посадили, ни холодно, ни жарко. Конфисковать эти объекты, конфисковать эти предприятия, конфисковать активы, за счет государства достраивать, ну и в зависимости от того, какой вклад, кто там оплатил, 100%, соответственно, в собственность человеку квартиру, он может ее потом продать, ну а если как бы не оплатил, то в пользование, он в ней живет, но продать ее не может. Ну а человеку, в принципе, и не надо, как бы цель-то получения жилья не спекуляция ведь жильем, правильно? Удовлетворение потребностей в крыше над головой. И если у человека будет на всю жизнь крыша над головой, гарантированная государством, вот она есть, так что здесь плохого? И если это поможет вытащить массу отраслей, промышленных, реально производящих нечто полезное. То есть это не то, что там купи-продай, не спекуляция, а конкретное производство, так это же замечательно. Вот думают там, ломают головы. На самом деле они вместо того, чтобы заниматься тем, чем должны заниматься, я имею в виду наши государственные мужи, они занимаются лоббированием вот таких вот грабительских законов. И я руб за 100 даю, что этот закон был наверняка разработан не просто вот по... Знаете, сидит такая депутат, думает, о... А давайте-ка я такой закон придумаю. Нет, наверняка там занесли. Вот Юрченко задокументировали, что ему занесли там, за лоббирование определенного закона. Здесь не задокументировали. А может быть, не задокументировали, потому что занесли в ГБР, занесли в полицию, занесли в СБУ, в прокуратуру. Все помазаны, и все хорошо. Мы на Мікітасі, кстати, это видим, когда его отпускают просто вот, ну, непонятно почему. Ви заговорили за спекуляцію. Давайте більш детально розглянемо класичні, вже можна сказати, стандартні схеми, як... розводять, обманюють, різні, можна, синоніми додавати інвесторів. І, власне, перша схема – забудовник затягує будівництво, гроші не повертає. Друга – це неправильне підключення комунікацій. Через це будинок не можна вести в експлуатацію. Третя – забудовник просто зникає з грошима. І четверта – відмова видавати вже оплачену і добудовану квартиру. Пані Наталія, знаємо, що у вас є своя власна історія. Розкажіть, будь ласка, детальніше про неї. Всім добрий вечір. Була така ситуація. Я взагалі житель Криму. В 2014 году все знают, какие произошли печальные истории как бы в нашей стране. В 2015 году я, приехав из-за границы, заработав денег, соответственно, я дизайнер по образованию, я купила в столице квартиру на этапе строительства. У меня купля-продажа, не инвестиция, которую забудовник как бы обязан мне предоставить жилье в 2016 году. В итоге все это затянулось до 2018 года. Когда я покупала, дело в том, что дом был сдан в эксплуатацию.
Тобто ваша схема четверта, коли будинок добудований, але ви не можете отримати. Квартиру я получила в 2018 году. Но, как оказалось, через несколько месяцев у нас нет никаких капитальных подключений, ТУ не выполнены. У нас нет ни воды, ни электрики, ни канализации, ни отопления. Все знают этот ЖК Демьевский квартал. Я думаю, все уже видели эти репортажи о том, что мы отапливаемся дровами, 20-этажные дома. Мало того, у нас есть несколько секций, вот как вы говорили о том, что 4-5 секция не построилась, а мы ждали 3 года. На этапе вот у вас, видимо, вторая. Да, и первая, и вторая введены в эксплуатацию, которую потом успешно они отменили. И на данный период времени часть людей получили право собственности, которое теперь незаконное, а часть, как я, не имею права, заплатив за свое жилье, не получить прописки. А вы все знаете, как у нас работает система, что для того, чтобы получить визу, я должна открыть в банке счет. И там в системе выдают, что я не резидент страны, хотя я гражданин Украины с украинским паспортом, но крымской пропиской. Вот и дальше у меня вопрос, почему я, заплатив 100% за квадратные метры, прождав 3 года, не имею права элементарно по Конституции жить в своем жилье и иметь элементарные вещи. Что вам каже ваш забудовник? Ничего, его нет. Ну, якісь представники залишились? Нет, офис, никого, отдел продаж закрыт. Телефон. Который мы опечатали, потому что на тот период времени там сохранялись документы, и было уголовное дело, в котором КМДА в данном случае выступает третьей потерпевшей стороной. Что кажут в КМДА? КМДА нам сказали, идите в суды. Мы пришли в суд, и мы его выиграли. 6-й апелляционный суд. Печерский обязал их за их, скажем так, незаконное вот поведение, они нас не защитили. Добудувати и вести в эксплуатацию. Зобов'язав КМДА добудувати. Идет третий месяц. Мы открыли исполнительное производство. Нам говорят прямым текстом о том, что это еще не конец, и мы посмотрим, как вы будете дальше говорить. Да, мы поломали схему, но дело в том, что, как оказалось, многолетняя неоплата земли забудовникам, которая на данный период времени у нас потерялась 12 миллионов гривен. Вот они говорят, не за что вам свет подключать. Но почему-то забудовник стандартно не оплачивал это годами. И с ним по закону КМДА не разорвала аренда договора о земле. То есть там очень большая коррупционная схема. И они нас берут измором. У нас отключается свет, у нас нет тепла, у нас живут люди. Про яку кількість людей ми говоримо? Щоб, ну, 3 тисячі сімей, вернее, людей. Це в середньому 1500 сімей. Вот вам пример в центрі Києва, Голосіївський район. Ну, освітлення як у вас відбувається? Ви до якоїсь мережі підключені? Дело в тому, що коли ми об этом узнали, через, скажем так, ми зібрались з жителями, прийшли в КМДА, і господина Пантелеєва, закрив в кабінеті, заставили созвати комісію ТПНС, по которой нас подключили по временной схеме к ПАТОНу, заводу ПАТОН. Вот данный период времени оно истекает в апреле месяце. Тобто электрофикация від заводу ПАТОНа, а обігрів, власне, дровами. И по тарифам, да, по тарифам, да? Да, и по тарифу, извините, у нас 3 с лишним гривны. Ну, хоча б не беруть тариф за те, що ви дровами отоплюєте квартири. Они не могут его найти, потому что дело в том, что в начале отопительного сезона у нас оказалось, что прогорела труба, которую установил забудовник. У нас было возгорание. Мы написали в МЧС. Они приезжали раз 10. Каждое божье утро они к нам просто приезжали, потому что соседние дома, видя этот дым, они просто вызывают, говорят, там кто-то горит, поедьте. В итоге они нам объявили, что тут нету юрлица, мы бы все это закрыли и опечатали. На наш вопрос, как 3000 людей останутся в зиму без тепла, они говорят, ну не знаем, как-нибудь вот так. У нас є адвокат, пан Юрій, будь ласка, прокоментуйте ситуацію. Наталі, що ви скажете? Ну, щодо Демійського кварталу і взагалі об'єктів, от які, наприклад, не підключені до мереж, якщо ми цього торкнемося, то це, ну, насправді носить масовий характер. Тобто забудовник отримує технічні умови на тимчасове підключення, тарифи, звісно, зовсім далекі від таких, як для споживачів. А коли об'єкт добудовує, якщо ми його називаємо недобросовісним забудовником, ну, навіщо йому виконувати далі технічні умови? Це дуже затратно, насправді. Тобто декому, щоб там повноцінно забезпечити об'єкт, це там буде рахунок на мільйони. Відповідно, він об'єкт здав,
продав все, роздав квартири, ну і далі вже не виконує ці зобов'язання. І, в принципі, його зобов'язати можна тільки через суд. Якщо ця юридична особа вже практично там збанкрутіла або в неї нічого немає, то цей суд закінчиться також нічим. Ну і, власне, всі власники залишаться в кращому випадку на тимчасових підключеннях по тарифам, які, я ж кажу, там в кілька разів будуть перевищувати стандартні. Ну або взагалі в них може бути все відключено, тому що всі наші там монополісти, водоканали скажуть, що вибачте, документів немає, ви не сплачуєте, договори ми з вами укласти не можемо, а якщо ще потім скасують введення об'єкту в експлуатацію, так туди і не можна постачати ні воду, ні електроенергію. Ну, тобто, це будуть заручниками. І таких ситуацій насправді дуже багато. Тобто, чекайте, виходить, що виходу з ситуації немає. Якщо забудовник збанкрутів, як ви сказали, то навіть суд не може зобов'язати його, відповідно, щось з цим зробити. Дивіться, щодо судів, тут же є два етапи. Можна виграти суд, от є зараз ситуація, суд виграно, да, є певні формулювання. Але кому це виконувати і як це виконати? Тобто одна справа – виграти суд за кілька років, а найважливіше – це виконати рішення. Тому, звичайно, можна судитись, це, я думаю, там рік-півтора, але ж в цей час потрібно якось жити, опалювати, користуватися електроенергією. Тому, ну, як правило, закінчується тим, що всі скинулись і починають забезпечувати, ну, самостійно все це облаштування і проведення. На жаль, ситуація… Ну, от, власне… Можно так, я добавлю момент, учитывая, что вот я живу в таком доме. Смотрите, какая ситуация. Вникнув во всю эту проблематику, мы нашли даже путь решения ее. Учитывая, что на данном объекте у нас стоят три секции жилые, две не построены и три еще вообще не сделано ничего, там просто голая земля, мы не убыточны. Любой другой застройщик, заходя туда, как сделано в Днепре, в других городах города Украины, там через решение суда, либо вообще постановлением городским, лишается застройщик этих вот всего, становится это самочинное будовництво, они его забирают под свою юрисдикцию, находят нового забудовника, который выполняет эти все функции, ему даются преференции либо в виде земли рядом, куда он ведет эти коммуникации, строит новый дом полноценный, в котором он продает квартиры по рыночной такой же цене и получает прибыль, потому что это инвестиционный бизнес. Потому что я уже за последние полтора года встретилась со многими инвесторами в нашей стране, которые строят эти дома, которые говорят о том, что это не проблема достроить вас, ввести в эксплуатацию вообще. Мало того, все эти ТУ – это реально выполнить. Это мы не живем на Марсе, куда надо завести воду, электричество, канализацию. Мы живем на нормальной земле, и у нас есть что строить. Мы не убыточны, и не нарушены никакие документы были, понимаете. Земля была выделена, четкое выделение, нет никаких обмежен. Есть вот эти моменты, что на два этажа превышает это, да, СС2, СС3. Но это опять-таки все по упрощенной системе, они вводят в эксплуатацию, мы все это знаем примеры. Но почему-то КМДА говорит у них, что нет механизма. Механизм есть. Первый – это разорвать аренду земли. Что мы сделали с жителями? Мы собрали инициативу. Есть такой громадский закон, по которому мы имеем право 1000 жителей Киева, подписав это все, зарегистрировав, разорвать на сессии. Они должны создать комиссию, и на сессию в КМДА депутаты разорвают аренду земли. Забудовником, которого нет, потому что есть уже фактическая их бездеятельность многолетняя. Мы даже этот факт доказали через суд, понимаете? Но почему-то власти говорят, вот есть у вас решение закона, нам необходима политическая воля. У меня один вопрос ко всем юристам. В нашей стране политическая воля – это выше закона? Кто может дать ответ? Вот у меня вопрос. Пан Александр. Можно небольшой нюанс уточнить? Вы говорите, у вас там какие-то секции недостроены, а какие-то еще даже фундамент не копали. А квартиры там проданы? Скажу, мы нашли этих людей, они точно так же с нами объединились. Вот, да. Процент есть проданы. Квартиры проданы. Частично. Деньги украдены. Где-то... Кстати, там есть рассрочки, простите. Да, деньги украдены, застройщик ушел, новый застройщик зайдет на эти дома, и будут люди, которые уже претендуют на эти квартиры, их по второму кругу продавать. То есть это будет или двойная продажа, или еще что-то. Нет, там есть момент. Люди это понимают, и там больше половины брали в рассрочку. Рассрочки остановлены, они готовы.
готовы доплачивать. Да, а тогда может получиться схема, вот как рассказывал человек по... извините, Артем, да, по Богдану Хмельницкого рассказывал о застройке, то есть когда придет застройщик и потом предъявит претензии, совершенно скажет, верно. Я же выполнил обязательства, да. Дом стоит, вот документы, дом стоит, хотите, проверьте в натуре. На самом деле, действительно, вот это вот выражение «политическая воля» очень странное выражение. Почему? Потому что, ну, опять-таки, возвращаемся к Уголовному кодексу, чиновники обязаны исполнять требования закона. Потому что есть статьи, которые предусматривают ответственность чиновников, причем очень жесткую, с конфискацией имущества за неисполнение закона. Но это если это квалифицируется как злоупотребление... 382-я да, статья. Нет, не 82-я, 65-я. Но не принципиально, на самом деле. 365-я. Но не принципиально. То есть, если это квалифицируется как с умыслом, то есть там он извлек какую-то выгоду, докажут это, то его посадят с конфискацией. Если докажут, что он там просто поголовотябству не сделал, то, извините, это халатность. Любой чиновник ходит между двумя статьями Уголовного кодекса. Злоупотребление или халатность. Но у нас почему-то в стране, а вот это уже вопрос политической воли, да, почему-то кому очень многим людям, облеченным полномочиями публичной власти, позволено не исполнять закон. И это опять-таки вот эта порочность нашей политической системы, которая действует уже десятилетиями, и смысл которой заключается не в том, чтобы исполнять функции государства. Что у нас в Конституции написано? Что государство то есть основная функция государства – это гарантирование прав и свобод граждан, в том числе право на жилье, в том числе право на защиту. Мы же отдали государству часть своих прав и свобод. Мы же не ходим там по улицам, никого не убиваем. Мы отдали это право государству насилие применять. Мы отдали государству часть своих денег. Причем даже если вы прямо не платите налоги, то, извините, вы зашли в магазин, вы заправили машину, вы проехали в метро, вы заплатили налоги каждый раз. Каждый раз и налог на прибыль этого предприятия, с которым вы там платили, и налог на землю, и все остальное. Они же платят это все с ваших денег. Так вот, государство эти обязанности не выполняет. Почему? Потому что государство у нас... антинародное. Но это очевидно, мне кажется. И как бы на каждых выборах мы обжигаемся, мы избираем каких-то подонков, негодяев. Хотя, знаете, нет ничего удивительного в том, что эти подонки и негодяи действуют так, как они действуют. Ведь почитать программу, что предыдущей партии власти, что этой партии власти. Ну, о чем они пишут, в частности? Ну, партия Зеленского, о чем пишут? У нас основа идеологическое либертарианство. Что такое либертарианство? Это самоустранение государства от всего. Вы нам, конечно, чего-то там должны, но мы, как государство, вам абсолютно ничего не должны. Ну и извините, тут как в старом советском анекдоте, помните про сантехника, да, которого посадили за то, что он сказал, тут все прогнило, систему менять надо. Вот конкретно здесь систему нужно менять. И вот в том числе с квартирой. Это просто одно из проявлений. А взять рабочие места, которые просто уничтожаются. Недавно слышал одного деятеля, который рассказывал, что да не нужно в Украине заводы строить. Да ну вы что, вы построите заводы, а что вы там будете производить, Bosch или Siemens? А почему Bosch или Siemens? В конце концов, у нас были неплохие телевизоры Электрон в том же Львове, или, то есть у нас было свое, или холодильники Nord в том же Донецке производили. Вот так вот, поэтому ситуация у нас патовая, мы будем дальше падать. Извините, вот эти вот люди, которые нам эту идеологию занесли, они столетиями грабили других людей. Ну в конце концов, если можно грабить индейцев, в Америке, индусов в Азии, китайцев в Азии, индонезийцев, бирманцев, тайцев, негров в Африке. Так почему нельзя грабить белых негров в Украине? И вот на протяжении 30 лет... Афроамериканцев, вы хотели сказать. Нет. Слово негр – это слово легальное, нормальное. Оно происходит из испанского слова негра, черное обозначает, и все. Извините, я произнес просто испанское слово. Цікаво, як відреагували на це глядачі цієї раси. Давайте спросим, пускай в коментарях напишуть. Власне, пане Олександре, говоримо ми про будівництво, про інвестиції. Тому хочу запитати пана Андрія. Як обрати чесного забудовника, як його перевірити, так? Якщо вже не така ситуація, яка склалася у пані Наталії, а людина от тільки хоче інвестувати в якесь будівництво свої гроші, де його можна перевірити? Чи є якийсь, існує якась, не знаю, база даних універсальна, куди ти заходиш, тобі кажуть, можна, сюди краще не потрібно? Давайте одразу розділимо інвестиції і купівлю житла. Купівля житла – це не інвестиція, тому що інвестиція – це ризик. І ти, коли інвестуєш, то ти мусиш розуміти, що ти можеш залишитися з нульом або з прибутком. Тому перша, друга, третя квартира – це купівля такого ж продукту, як хліб чи цукор в магазині. Це перша теза. Друга.
до певних подій цього року всі казали, що є забудовники з репутацією. Вони масивні, в них є репутація, вони точно добудовують. Цей рік показав, що репутація – це дуже важливо, але вона не є вирішальним фактором. Є такі бази, як ви запитали, в яких можна перевірити забудовника. Тобто це певні юристи, певні спеціалісти, інженери, будівельники в минулому, вони створили онлайн-сайти, на яких можна безкоштовно побачити там рейтинг або певну скорочену інформацію про забудовника, або за додаткову плату отримати розширену консультацію. Оцей рейтинг, він як формується? Це кожен... Це якісь відгуки, можливо, людей? Які... Ні, відгуки – це ж, думаю, маніпуляція. Ну, наявність яких документів у забудовника має бути для того, щоб можна було звернутися і спокійно купити собі квартиру. Не інвестувати, добре, купити. Дивіться, в мене є друзі, які теж купують квартири на ранніх стадіях. Чому? Тому що... Так дешевше. Так дешевше. Да? Тобто принцип шари в нас працює дуже добре, всі хочуть дешевше. І вони звертаються до мене, кажуть, проконсультують. Я під виглядом покупця приходжу в відділ продажу і починаю задавати питання. На п'ятому питанні вони розуміють, що прийшла людина, яка вже... Які питання? Ну, по-перше, потрібно... З чого починається будівництво? З землі. Якщо земля не відведена в встановленому порядку, то може бути проблема на будь-якому етапі. І потім, пані Наталя, будь ласка, уважно слухайте, тому що я буду питати вас, чи задавали ці питання ви в своєму забудовнику. Я готова відповідати на ці питання. Я вже почув, що земля була з правильним цільовим призначенням. Так, далі, друге. Друге питання. Повинен бути позитивний висновок експертизи. І якщо ви розумієте, ну це перевірила експертна організація, проєкт, да? Тобто зараз це приватні експертизи, є чорні експертизи, які видають папірці замість перевірки проєкту. Да? І це теж потрібно розуміти, хто видавав цей папірець. Третій документ – це технічні умови, плюс містобудівні умови та обмеження. Це те, що називається вихідні дані, вони формуються муніципалітетом, це містобудівні умови та обмеження, в яких описані обмеження, які повинен виконати забудовник. Якщо забудовник їх перевищить, то потім буде мати проблему на введення в експлуатацію. І технічні умови. У нас частина мереж, вони приватні вже. І тобто місто до цих мереж має дуже опосередковане відношення. І в технічних умовах потрібно теж розумітися і розуміти, це технічні умови, вони теоретично чи практично можуть бути виконані чи ні. Якщо там є нав'язка збудувати там нову підстанцію, то я розумію, що це там не потягне цей проект. Якщо там треба перекласти 10 кілометрів труби, не потягне. Якщо там потужність 100 кВт будинок потребує мегаватту, то це точно фікція, просто підклали папірці. І інженери це перевіряють, і так само у відділі продажу, коли приходять. Далі, дозвіл на виконання будівельних робіт. Це те, що видає ДАБІ. Якщо це СС2, це там, місцеве ДАБІ, якщо це СС3, це там, на рівні держави, головний офіс видає. Знову ж таки, треба подивитися, хто там генпідрядник прописаний, хто замовник, хто виконує авторський нагляд, хто технічний нагляд. І після цього потрібно взяти і піти на будівельний майданчик. Якщо там ходить три людини в касках і перекладають цеглинки зліва направо, то це фікція. Ну і ще один дуже важливий елемент – це та фінансова структура, яка акумулює на собі гроші. Тобто, якщо забудовник, я скажу правду, якщо забудовник зробить простою товариство з обмеженою відповідальністю, буде продавати, то він заплатить податків більше, ніж заробить. Тому робляться спеціальні механізми, які дозволяють акумулювати гроші. Це фонд фінансування будівництва і так далі, тому подібне. І якщо фінансова компанія, яка за цим стоїть, вона там створена один день назад, то це теж ризик. Ну, знову ж таки, прийшла людина, уявімо, отримала вона ці всі папери. Та не буде вона розбиратись, ну, принаймні, кожна людина, вона в цьому не розбирається. Давайте відверто, людина збирала все життя, побачила ту квартиру, де вона там бачила, не знаю, у вісні чи наяву, вона віддала гроші, вона вже думає, яку вона туди буде люстру вішати, чи яке ліжко буде ставити. І більшість людей все-таки не розбирається от в цих всіх документах, про які ви зараз говорили. Так.
Тому є сайти, в яких на основі аналізу цих документів експерти виставляють рейтинг. Якщо рейтинг там 2 із 5, то краще просто туди не йти. Ну і законодавство змінюється. Ті механізми, які зараз прописані, які мають забезпечити виконання забудовником зобов'язань і контроль за ним, вони не діють, вони прописані просто на це. І тому новий законопроект має це вирішити. Пані Наталя, що скажете з цього приводу? Ну, от смотрите, я вам можу сказати так. В 2015 году, коли я прийшла на вот этот дом, на строительную площадку, дом був введен в експлуатацію. На даний період времени, вникнув в эту проблему до конца, я знаю точно, що ми обратились к МДА, а у них почему-то містобудовні умови були потеряны. Вот, понимаете, да, как у нас, что происходит. Дальше, у нас даже было декларация готовности. То есть даже вот эти были документы. У нас не было только у меня одного пункта, это номер 2, который вы озвучили. Но, имея дело со строительством вот просто изнутри, да, я работаю внутри пространства, но понимаю, как эта система работает извне. Я не архитектор, но мой 20-летний опыт жизни в работе уже позволяет понимать, что такое мегаватт, что такое киловатт, что такое труба одного диаметра, другого и третьего, что такое ТУ и как оно выполняется. Все это было получено. И я все эти документы видела. После этого, естественно, я взяла каску и пошла на строймайданчик. Мало того, я потратила еще дополнительно 2 вечера, чтобы пообщаться с жителями, которые уже заселились в первую и вторую секцию, которые мне рассказали, сколько они платят по тарифу, и там было 90 копеек за киловатт, до 100 киловатт, и выше руб 60, гривна 60. То есть я прошла все этапы. Опять-таки, я не получила, меня по закону государство не защитило однажды, лишив родины. Вот по факту меня лишили родины. Я оказалась в воздухе. Тут же я, получается, через 3 года обманута 2 раза, заплатив все налоги, платя их и каждый день. И они не маленькие в нашей стране, все это понимают. Меня сейчас опять пытаются пустить по какому-то шахрайскому пути. Начинают от закона Шуляк. К сожалению, я постоянно с ней встречаюсь, она нас видит, знает, слышит. Но Демеевский квартал им всем не нравится, потому что мы не пошли по шахрайской схеме КМДА. К сожалению, ну вот так случилось. Шахрайская схема ЦЭК. Это кооперативы. Расскажи, пожалуйста, дальше. Кооператив может создаваться по закону только на этапе фундамента, когда каждый покупец входит вот туда вот своими правами. Он как бы тогда не платит 19,5% налога в конце, когда он получает право собственности. А на данном этапе вот эти все схемы, которые сейчас в Киеве проворачиваются, даже при самых радужных ситуациях достроили дом, ввели в эксплуатацию, каждый должен будет заплатить от этой рыночной стоимости за свою квартиру еще раз государству 19,5%. 18 ПДВ и 1,5 военного сбора. НДФЛ. Да, ну вот, вы меня подправили. Налог на доходы. Ну то есть вот теперь мы опять приходим к чему? То, что это мало того, вот все говорят, что есть прекрасные примеры, когда жители объединились. Я, конечно, все понимаю, но скажите мне, пожалуйста, почему учитель, водитель, дизайнер, архитектор, юрист, любые другие профессии должны объединяться, изучать вот все новые, приобретать новые профессии и достраивать свой дом, за который он уже однажды заплатил? Почему функция государства контролировать департаменты, насколько я понимаю, они для этого и созданы, чтобы выезжать на эти стройки, проверять эти документы, эти ТУ выполнения. Мало того, я вам скажу больше. Вчера так получилось, что ко мне уже вот обращаются люди, которые говорят, помоги мне купить квартиру. Я вчера 6 часов проехала по 5 ЖК. Города Киева, да, это ЖК недорогие, скажем так, не там, где 2000 долларов за квадратный метр. Это обыкновенный человек, который, кстати, занимается вообще очень благим делом. Он помогает детям, понимаете, да, которые без родителей. Ну, вот так получилось. И вот этот человек решил себе купить квартиру. И я вам скажу так, когда я задаю неудобные вопросы, вот которые вы задаете, со мной начинают разговаривать не то, что сквозь зубы,
а начинают очень сильно стараться избегать и говорить, ну, если вам не нравится, то не покупайте. То есть очень простая, удобная схема. Если ты тут что-то понимаешь, то тогда, наверное, тебе не сюда. Обманывать людей гектарами, гектарами, вот просто строится. И они мне рассказывают о том, что там 10 мегаватт, и я говорю, какая этажность? И задаю вот все те вопросы, которые задают вообще люди-специалисты, должны этим заниматься. Вот я получаю такие ответы. Власне, може, вони так відповідають, тому що якраз квадратний метр там не 2000 доларів. Да, я вам скажу, 700 доларів. І, можливо, тут є якісь мінуси. Пане Василю, хочу вас запитати, адекватна ціна, наприклад, да, там, не знаю, умовно в Києві, плюс-мінус відносно, аби точно знати, що це там не шахрай, це не дешевий сир, але це така помірна і адекватна ціна. Ну, якщо повернутися до попередньої дискусії, то Андрій дуже правильно зазначив з самого початку, що є інвестиція і є покупка житла. І це треба дуже добре розділяти, тобто, тому що інвестиція завжди передбачає ризик. Будь-яка інвестиція, вона передбачає ризик і певну вигоду. Покупка житла – це ти побачив, перевірив і зареєстрував право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, де вже все підключено, де вже все є завершено. Ціна як такий критерій оцінки вартості, надійності вартості нерухомості – це дуже, дуже суб'єктивно. Тобто є з одної сторони до забудовників, до девелоперів зараз дуже великий суспільний контроль, тобто з'являючись будь-який новий об'єкт, його просто зі всіх сторін роздивляються і, скажімо так, доволі складно, тобто от прийти там, з якимось там незрозумілими документами. З іншої сторони, є контроль зі сторони правоохоронних органів також. Тому якби от забудовник сам несе ризики, якщо в нього є великий, ну, велика невідповідність по документам. Тому для того, щоб зрозуміти, чи цікавий цей проєкт, тобто чи можна в нього інвестувати, насправді треба просто його вивчати, брати як книжку і дивитись, по кожному пункту проходити, аналізувати і тільки після цього приймати рішення. Знову ж таки, до прикладу, розслідування, яке робили наші кореспонденти, совські ставки, житловий комплекс, всім відомо було, що це скандально відомого забудовника Войцеховського будівництва. Ціна там була орієнтовно 5 тисяч гривень, якщо я не помиляюсь, за квадратний метр. Людина, мені здається, яка вже вибирає свідомо якийсь житловий комплекс, ну, може і має розуміти, що 5 тисяч гривень – це не є ціна для будівництва, але були люди, які купували. І навіть коли наші журналісти сиділи в відділі продажу, і їм дали, знаєте, такі класно відфотошоплені документи, які навіть не дозволяли фотографувати, тому що це все було підробка. Приходили люди, які дійсно купували там квартири. І скажіть мені, як девелоперу, який хоче зробити все по документам, поруч продаватись за 15 тисяч гривень, якщо тут є за 5 тисяч гривень? А як ви продаєтеся? І от наступне питання, скажіть, чи за власні гроші ви будуєте, чи можливо так само, це ж нічого поганого в цьому по великому рахунку немає, якщо у вас в проєкті 10 будинків, наприклад, будуючи перший будинок, побудувати його на гроші інвесторів або покупців, а потім уже, якби продаючи далі квартири, собі розвивати бізнес. Як ви це робите, як ваша компанія це робить? Будувати на кошти інвесторів – це дуже ризиковано з точки зору репутації, з точки зору взагалі завершення проєкту. Тому у кожного девелопера має бути сформований свій резервний фонд, яким він оперує, незалежно від того, чи приходить зараз покупець, чи не приходить зараз покупець. Тому от, власне, наша компанія, тобто, от має такий фонд, і ми будуємо, скажімо так, за свої кошти. Ну, при цьому співпрацюємо з ринком, тому що, скажімо так, зараз такий час, що люди готові до інвестицій, хоча якби з одної сторони говорять, що ні, там це ризиковано, але з іншої сторони там вони як альтернативи інвестуванню там такого там зрозумілого там механізму, тобто поки що немає, тому і люди інвестують. Но є, повторюю ще раз, суспільний інтерес і дуже великий суспільний контроль, тобто який
дозволяє там людині там навіть побути в інтернеті, почитати, тобто розібратись, навіть той же самий містобудівний кадастр, який повністю працюючий, повністю відкритий, і ти можеш побачити, чи взагалі там банально, чи там цільове призначення там чи зонально, тобто чи це територія житлової забудови, чи там просто склад має бути, чи там затверджений детальний план території, чи там його взагалі немає. Тобто це робиться там 3 хвилини. Ну от власне людина перевірила. Перевірила як могла, зробила свій вибір, який з нею укладається договір, і наскільки потім, якщо будуть якісь ризики, можна його оскаржити якось в суді. Ну, тут вже на вибір девелопера, тобто є багато механізмів укладання договорів, тобто і фактично більшість з них, тобто вони стандартні у всіх девелоперів, і сам механізм укладання договору – це також певна складова того, чи там чи захист інвестора як такого більший чи менший. Але це все також тут на сайті Loan, тобто там є коментар юриста, і можна побачити по кожному девелоперу, який механізм укладання договору. І повторюсь, якщо людина готова до інвестицій, вона має зважити всі ризики, після цього приймати рішення. А зараз дуже популярно, і є вже такі випадки, коли один забудовник добудовує будинки іншого. Скажіть, будь ласка, чи не думали ви, можливо, добудувати будинки Войцеховського? Можливо, так от збиралися колективом і... А давайте допоможемо простим людям. Була така думка? Скажімо так, девелопер – це комерційна структура, і основна мета будь-якого девелопера, будь-якого бізнесу – це отримання прибутку взамін на те, що ти надаєш благо там, або там, надаєш свій продукт. Стосовно того, щоб добудовувати інші проекти, то поки що таких думок не було, можливо, з'являться. Дивіться, пані Наталя, ви сказали, що декілька будинків, які ще не заселені, правильно? А у нас яких земля є, яка нульова, яка не построєна нічого. Тобто ми не мінусові. Любий дом, який строїться, тому я говорила, що цей бізнес, він інвестиційний, це бізнес. Любий бізнес, слово, означає, що це буде прибуль. Пан Василь, ми знайшли для вас проєкт інвестиційний прекрасний. Це ми поспілкуємося після передачі. Все, ви сказали це в прямому ефірі. А можна уточнення по поводу резервного фонду, який ви сказали, формується? Він формується за счет займних средств, да? Тобто ви кредитуєтесь в банках? Дивіться. Є там програми кредитування, тобто відкриті кредитні лінії. Також в цей бізнес просто так прийти і сказати, ти будеш будувати, тобто доволі складно. Тому кожен бенефіціар... Да, я просто хотів уточнити, чому дуже важливо, що це кредитні гроші, тому що чуть тряхнуло ринок. Даже дуже добросовісний застройщик оказався в заложниках у банка, тому що сидить на кредитній іглі. А кредитні требування банка, ну, якщо там ж ви сказали, часть ринком, часть кредитами. В итоге, видимо, кредити під залог этого же имущества, имущество оказывается в собственности банка, инвесторы, ну или покупатели квартиры, они как бы гуляют лесом. И опять-таки возвращаемся к тому, что эта система порочна изначально сама по себе. Очень хорошая фраза была сказана. Интересы бизнеса, там неважно какого бизнеса, в данном случае строительного, но это неважно какого бизнеса. Это неудовлетворение, в первую очередь неудовлетворение потребностей людей в том или ином продукте, а получение прибыли, извлечение прибыли, увеличение прибыли. Каким образом происходит? Ну, это же как бы прописная истина. Уменьшение издержек, повышение стоимости. Поэтому к вопросу о цене нужно каждую цену рассматривать отдельно и посмотреть, какая там вот эта вот маржа прибыли. Потому что, ну, лично для меня, как человека, который не занимается строительством, да, но который примерно там изучал политэкономию, примерно понимает, что такое экономика, имея экономическое образование, знаю, что такое право, имея юридическое образование. Так вот для меня непонятно, почему в одинаковых проектах, допустим, ну примерно одинаковых проектах, которые построены в Житомире условно, или в Черновцах, или в Виннице, квартиры стоят в несколько раз дешевле, чем, например, в Киеве. Ведь по сути это одно и то же жилье. Да, возможно, есть какие-то нюансы по поводу коммуникации, загруженности коммуникации, та же канализация, то же энергоснабжение, то же водоснабжение, теплоснабжение. Да, возможно, это где-то присутствует, но не в 2, в 3, в 4 же раза. Так что все-таки вот к вам возвращаясь, да, это спекуляция. И искать
спасение от одного спекулянта у другого спекулянта, мне кажется, как бы это марна справа, кажучи украинскую мову. А сделав все-таки, возвращаемся, менять систему. У нас нормальные законы, не хватает только исполнителей этих нормальных законов. Ну а у исполнителей совершенно другие задачи стоят. Они пришли на цереваты, пришел один президент, пришел другой президент. Что характерно, не только лица у них круглеют на президентском посту, но и банковские счета. Ну и, власне, про цю систему і не тільки, про те, як врятуватися від шахрайства, якщо система не працює, поговоримо після коротенької паузи. Не перемикайтеся. Ну і, власне, повертаємося до нашої розмови. Говорили ми про інвестиції, як не стати ошуканим вкладником і як обрати добросовісного забудовника. Якщо ж ні, як можливо від цього спастися? Ну, якщо говорити про ошуканих інвесторів, то є ті, котрим все-таки пощастило, тому що вже майже рік тому, 13 грудня, Київміськбуд погодився добудувати об'єкти Укрбуду. Всі ми про це чули. Ми пам'ятаємо, що тоді до рішення цього питання навіть президент долучився, і, власне, у Київміськбуді тоді заявили, що компанії повинні пройти складний юридичний і технічний шлях по передачі об'єктів, і Київміськбуд зробить усе можливе, аби прискорити процес. У інвесторів буде житло, заявили там. Пане Артеме, є житло у інвесторів? Що скажете, знаєте цю ситуацію? Я можу сказати більше, що пройде якесь час, і ми узнаємо дуже багато у Укрбуді, а в першу чергу о тому, що держава совершило рейдерство. І на даному етапі житель, ну, скажімо, покупателі жилья именно Укрбуда, только часть из них там, где объекты уже были на этапе ввода в эксплуатацию, смогли получить сегодня ключи. Все остальные сегодня объекты, у них очень интересная история у всех. И если изучать, ну, я думаю, там будет еще очень много интересного. Ну і, власне, ми пам'ятаємо, як ті мешканці, які не отримали ключі, вони і жили під КМДА, так, і наметове містечко розбивали, вже прийшли в таку, знаєте, плачевну історію в них все так перетекло. Бойову готовність до того, щоб захищати власні інтереси, на жаль. Ви немножко путаєте. Діло в тому, що це виходили зовсім інші люди. Це виходили об'єкти Войцеховського, які жили і в КМДА, і перед КМДА. А по Укрбуду було рішено дуже все швидко. Люди начали объединяться в большие группы людей, и решилось там все буквально в течение одного месяца. Ну, вирішилось чи ні? От якщо взяти зі 100%, як ви гадаєте, скільки відсотків все-таки отримують власні квартири, а скільки будуть чекати дуже довго, сподіваючись? Ну, на самом деле, часть із цих об'єктів, які по решению должны были быть переданы, ну, все должны были переданы быть в Киевгорстрой, были переданы в некие юридические лица, там, где есть плюсовой баланс. Часть из этих объектов передали вообще на другие юридические лица, там, где есть плюсовой баланс. То есть созданы юридические лица, харьковские строительные компании, которые взяли на себя ответственность достроить эти объекты с плюсовым балансом. С минусовым балансом объекты передали в Киевгорстрой, и более того, государство выделяет более 2 миллиардов гривен, дотирует эти объекты, для того, чтобы эти объекты были достроены. Ну, там очень интересная схема с аудитом, я думаю, там я не буду много чего комментировать там, но мы еще очень много узнаем. А чего вы назвали эту схему рейдерскую? Потому что, во-первых, Укрбуд не есть минусовым. Большую часть плюсовых объектов передали, я же повторяюсь, в другие юридические лица. Часть объектов, которые искаженно подали как минусовой баланс, получили еще дотацию за государство, то есть наши с вами налоги, да, не считая того, что есть свободные участки земли, на которых можно построить объекты и их использовать как плюсовой баланс. То есть там очень много вопросов с Укрбудом. І замішані самі перші лица государства. Прізвища якісь можете назвати чи ні? Я зараз не буду коментувати. Ну, я не можу зараз говорити конкретні фамілії, но
Ну, власне, просто для нас це новина. Ми завжди як думали, що є компанія «Укрбуд», яка кинула, так би мовити, своїх інвесторів. І тут якби держава втрутилася, і нарешті вперше держава допомогла. Вперше у цій сфері. А тут виявляється, що зараз і тут ви звинувачуєте державу, що і так не допомагала, ще і тут рейдернула. Смотрите, государство очень умело, ну, наши, скажем, руководители, очень умело умеют подать и исказить информацию в своих интересах. И здесь именно это произошло. То есть часть объектов получают доход совсем другие юридические лица, и только часть объектов переданы в Киевгорстрой, которые в результате стали минусовыми и в результаті являються як спасителями вот, обманутих граждан. Ну, тобто, фактично, я розумію, це була ініціатива саме пана Зеленського. Чи ні? Нет. Эта ініціатива була, ну, коль ми так уже, значит, відверто говоримо, да, говорим уже так прямо и честно, эта ініціатива була самого Авакова. И к этому всему прямое имеет отношение господин Аваков. Ну, і, власне, хочу запитати пана Олександра, от якщо влада от так от виходить з ситуації, як мешканцям, покупцям, як їм захищатися, що їм робити, якщо на владу вони, власне, не можуть розраховуватись? Чому немає тої політичної волі, про яку ви говорили, адекватної законодавчої бази? Ну, я не услышал здесь выхода особого, судя по тому, что говорил коллега. Часть компаний, на которых есть деньги, на которых есть что заработать, их перевели на коммерческие организации, причем, судя по адресу Харькова, они, видимо, тоже связаны с Аваковым. И Аваков, как частное лицо, заработает, ну как заработает, украдет у людей и у государства еще немножечко денег. Несколько миллиардов гривен, видимо, если в гривнах это исчислять. А то, что минусовое, то положил, из чего уже вывели активы. То есть оно же минусовым стало не просто так, а потому что с него вывели активы, я так понимаю. Да. Так вот, с него активы вывели, может быть, даже на те компании, которые ушли в Харьков, да, по-видимому, может быть, и такая же ситуация. То есть здесь я не вижу. Здесь просто один разбойник ограбил другого разбойника, который, в свою очередь, ограбил 13 тысяч людей. 13 тысяч, да, если я не ошибаюсь, численность там вот. Вот и все. А то, что этот разбойник, верховный разбойник, да, если мы говорим о министре внутренних дел, использует инструменты государства, которые он приватизировал уже 7-й год, ну, это опять-таки наша такая вот система. Мы позволили, как граждане Украины, сделать так, чтобы у нас вот этот вот человек при трех президентах, при трех парламентах, при, сколько было, 4 премьер-министрах, исполнял обязанности министра внутренних дел. Причем, если говорить об обязанностях министра внутренних дел, то он их исполняет из рук вон плохо, о чем свидетельствует и уровень преступности растущий, уровень раскрываемости падающий, но зато он неплохо реализует в том, что касается набить свои карманы. И используя и национальную полицию, и пограничную службу, и прочие структуры, подчиненные ему, а также структуры, подчиненные другим министерствам, но которые он контролирует, он неплохо с этим справляется. Менять систему надо. В конце концов, за все это предусмотрено наказание. Только кто же его накажет? Он же у нас памятник. Как только Конституционный суд попытался выступить против этой власти, какую волну подняли? А здесь даже не какие-то там абстрактные интересы державы, про которые говорит Зеленский, которые на самом деле Конституционный суд не нарушил, он наоборот шел на защиту интересов государства. А здесь личные шкурные интересы. А уж за личные шкурные интересы они косми ляли. Неодноразово вы сказали змінювати систему. Як саме? Давайте зараз поговоримо, як державі фактично певними кроками захистити покупців та інвесторів. Ну, от які кроки треба, да, зробити? Проблема в тому, що інструменти, тобто публічної власті, узурпували люди, які цю публічну власть використовують для личного обогащення за счет ограбления своего собственного народа. В Конституції України все чітко прописано. Первая стаття говорить о том, що Україна соціальне демократическое правовое государство. Пятая стаття Конституції говорить о том, що Україні власть принадлежить народу. Ну так в народу, вот как бы, вот если народ готов терпеть это унижение, этот обман, готов в том числе отдавать последнее, потом кто-то живет в квартирах, которые отапливаются дровами, а кто-то вообще не живет ни в каких квартирах, если народ готов, то его и дальше будут стричь. Пане Олександре, все-таки хочу фактично. Ну, дивіться, от у нас є Наталя. Говорить, як владі потрібно було захистити конкретний випадок? Хорошо. Як її треба було захистити владі? Сьогодні, до речі, День захисту прав людини. От, як захистити потрібно було Наталю владі?
смотрите, у нас есть специальные органы, которые созданы. По-моему, это называется Державная архитектурно-будивельная инспекция. Там очень размытые, вот сегодня буквально перечитал положение о этой инспекции, довольно размытые функции этой инспекции, и их можно трактовать как в плюс, так и в минус. То есть, с одной стороны, можно сказать, да нет, мы не имеем права туда вмешиваться. Это хозяйственная деятельность субъекта предпринимательской деятельности. А с другой стороны, опять-таки, основываясь на этом же положении, они действительно должны были контролировать. У них довольно серьезные полномочия. Этот орган формируется кабинетом министров. Значит, вышестоящий орган – это кабинет министров, над кабинетом министров стоит Верховная Рада. Они получают деньги из бюджета на то, чтобы защищать права граждан конкретно вот в этом случае. Значит, есть стройка, инспекционная поездка по этой стройке. Так, а что здесь с коммуникациями? Насколько, как бы, вот этот дом 25-этажный, да, по-видимому, там? Или нет, даже... 16 этажей по проекту. Повезло, поменьше дом. Насколько хорошо этот 16-этажный дом ложится в план застройки? О генеральном плане я уж не говорю, об этом, это понятие у нас вообще в стране, в Киеве, в частности, забыли напрочь. Но насколько он ложится в план застройки? Насколько те мощности, которые есть по энергоснабжению, соответствуют? А если они не соответствуют, то что делается для того, чтобы были соответствующие мощности по теплоснабжению и так далее? Это все проверяется достаточно легко и просто выездом на территорию, проверкой документов, ну и сверкой документов, сверкой баз данных различных предприятий, которые оказывают те или иные услуги по жизнеобеспечению. То есть энергоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и канализация, да, водоотведение. Все. Вот эта функция очень простая. Но во что превратилась у нас та же государство, как и другие органы? Это превратилось в синекуру. Да, приходит этот инспектор и говорит: слушайте, а у вас мощности канализации, например, водоотведения, они не соответствуют объему застройки. А если вы посмотрите на товарища Франклина, в количестве, например, там 10 тысяч, будет соответствовать? Будет, но не совсем. А если в количестве 15? Слушайте, а я действительно вот не обратил внимания на этот важный нюанс. Соответствует. Все. Вот таким образом они как бы закрывают все вопросы. Где-то давлением, может быть, там у какого-то застройщика крыша, тот же Аваков. И он тогда что делает? Вызывает, или не вызывает, не он, а какой-нибудь его следователь, вызывает инспектора, либо даже главу инспекции и говорит: там твои предъявили претензии. Ты понимаешь, что я тебя поставлю в позу, которая тебе не понравится, и сделаю с тобой то, что тебе точно не понравится. А что надо сделать? А нужно вот так и так сделать, закрыть глаза на это. Хорошо, чего изволите. Вот так эти механизмы действуют. Это называется коррупция. У нас замечательное законодательство, даже без всяких НАБУ, ГБР и прочих органов антикоррупционных, по борьбе с коррупцией. У нас отличное законодательство, которое, к сожалению, не исполняется. Даже с этими антикоррупционными органами у нас никого не посадили. Но и без них. Ну, ребят, ну есть закон, но нужно его исполнять. Знаешь, когда за это ставили к стенке и реально расстреливали, даже если ты министр, то такое было, но такое было в гораздо меньших масштабах. А сейчас безнаказанность, полная прошу безнаказанность. Прошу вибачення, я зараз побуду все-таки компаньйоном, партнером Наталі. Мені цікаво, у нас є представники забудовників, у нас є активісти. Що зараз треба робити? То, що у нас є корупція, це всім відомо. От як зараз владі, якщо ми звинувачуємо владу, місцеві, неважливо, як їй допомогти? Можна я начну? Давайте предположимо, що у нас ідеальна власть, яка діє в інтересах народу. Вот давайте, є Мінрегіон. Ви вивели за скобки. У нас есть идеальная власть, которая действует в интересах народа. Есть проблема. Значит, первое, что нужно делать? Конфисковать это имущество, чтобы, ну, то есть провести соответствующие... По суду, возможно. По суду, принять отдельный закон, там, положение, принять постановление. Да. В любом случае, конфисковать это имущество и забрать это имущество с правами на него. В собственность государства. Да. Дальше. Государство берет на себя обязанности перед людьми, которые там уже присутствуют. И эти обязанности выполняет. Если, ну, а если там есть еще дополнительные квартиры, ну, я сторонник сильного государственного сектора, и я сторонник того, чтобы вот, право на жилье не было связано с тем, что люди оплачивают, чтобы право на жилье не было источником получения прибыли, это исключительно функция удовлетворения потребностей людей в крыше над головой, ну, а если там как бы уже после выполнения обязательств перед теми людьми,
которые что-то вложили, что-то осталось, то оставшиеся квартиры передаются в безвозмездное пользование, ну, текущие, понятно, нужно оплачивать платежи, а в безвозмездное пользование, без права продажи, но с правом жить до конца своей жизни в этой квартире тем людям, которые нуждаются. Есть очереди, у нас до сих пор эти очереди льготные, перельготные, обыкновенные очереди, и вот эту очередь двигать. Вы знаете, во всем мире, вот я недавно встретил занимательную статистику по Соединенным Штатам Америки, там только домов, не квартиры, вот эти дома, ну, обычные частные дома, то, что у нас называется, домов не проданных, но построенных больше, чем бездомных. То есть там настроили дома, в них не живут, ходят полицейские, задерживают людей, которые там пытаются, бомжи, пытаются жить в этих домах, а бомжей этих меньше. Но система такая, понимаете? Нам говорят, что если отдать эти дома, эти квартиры тем людям, которые нуждаются, то рухнет экономическая система. А у меня вопрос, а зачем нужна такая система, которая зарабатывает на горе человека и которая не удовлетворяет потребности этого человека? Поэтому если было бы идеально, вот нормальное государство, даже в рамках действующего законодательства, нужно было бы делать вот таким вот образом. Конфисковали, достроили, выполнили обязательства, излишек отдали в пользование тем людям, которые нуждаются. Пане Юрію, хочу вас запитати, чи маєте якісь свої рецепти, рекомендації? Тут би я розділив. Перше, це от проблеми вже існуючих об'єктів, да, з якими зараз просто треба розібратися. Як мінімум, їх треба реєстр скласти і визначити проблематику. І моя думка, що по кожному об'єкту або їх групувати, приймати рішення. І вони будуть індивідуальні. А якщо ми говоримо про ситуацію, коли люди планують придбати житло, то ну, насправді ми можемо взяти, там, це люблять, не люблять, навіть досвід Польщі. І основна думка така, дивіться, в нас це найбільша проблема. Коли ви сплатили 90 або 100% за будь-який товар, в тому числі за квартиру, ну, на жаль, реально ви практично безправні. Тобто ви вже заручник сплачених коштів. І тому компанія, коли отримала, збудувала тільки один поверх, грошей маса, ну, вибачте, чому б не збанкрутувати, чому б не вивезти. Є досвід, який ну, там хтось любить, хтось не любить. Наприклад, в тій же Польщі все йде через банк, і банк фінансує того, ну, ту ж будівельну компанію або підрядника лише частинами. Добудували певну кількість, банк профінансував. Перший етап будується, власне, грошима або девелопера, або замовника будівництва. І якщо щось не вийшло, не склалось, в банку закумульовані ці кошти, вони просто змінюють іншого девелопера або іншого замовника, і він добудовує. З одного боку, це наче і не держава робить, а робить, грубо кажучи, банківські установи або страхові компанії, а з іншого боку, там немає сенсу сплачувати 100% наперед. Там є там, на 10-12 етапів розбито, і людина точно знає, що якщо гроші вже надійшли замовнику будівництва, це означає, що цей етап вже закритий актами. А перевіряють там, ну, з того досвіду, з яким я ознайомився, перевіряють, крім от інспекції, ще й перевіряють представники місцевих органів, там грубо кажучи, там мерії і так далі. Ну, і там відповідальність зовсім інша. Це те, чого, ну, дійсно, от в Україні з цим проблема. Ну, є закон, є шахрайство, є будь-що. Питання, кого притягнули, як притягнули, і чи це притягнення не було, умовно кажучи, там 1% від суми шахрайства цього. Тому система така, щоб гроші проходили або через банківські установи, або через інші, а не надходили. Пан Артем також хотів щось додати з цього приводу. Да, я хочу доповнити. Діло в тому, що от у нас є законопроект, який в 2011 году після «Еліти Центр» був написан депутатом Верховної Ради, був подан. И после первого чтения его просто зарубили. Он очень простой на самом деле. Если люди вкладывают свои деньги и заказчик строительства не достраивает, не выполняет свои обязательства, государство дальше становится правопреемником этого объекта, достраивает этот объект, то есть сдает людям в эксплуатацию, либо возмещает деньги убытки людям и обращается уже к заказчику строительства с причиненным убытком. Этот проект, если бы этот проект был с 2011 года, ни один бы заказчик строительства, зная о том, что он завтра будет иметь проблемы с государством, не с людьми, которые не могут себя защитить, потому что против них правоохранительная система, против них суды, они не могут выиграть даже решение судов. То есть это нонсенс, когда вот даже вот ЖК Демиевский победил в суде, при этом Киевская городская администрация подала 3 кассации для того, чтобы только всячески аннулировать это решение суда и вернуть все к тому, чтобы люди сами достраивали свои объекты. Так вот,
не нужно идти куда-то далеко. У нас есть практика других стран, где успешно люди защищены в своих правах. И это могут быть либо когда заказчик строительства достраивает объект после того, как он ввел в эксплуатацию, только после этого он имеет право продавать эти объекты. То есть где он будет брать эти деньги? Он может обратиться в банк, кредитоваться, либо еще куда-то. И вот здесь заказчик строительства будет нести риски, а не простой человек, который на этапе строительства покупает, его называют инвестором. И здесь опять же все это неправильно, потому что если мы изучим термин «просто инвестор», забьем эту информацию в интернете, там четко написано, что це юридична чи фізична особа, яка вкладає свої кошти з метою прибутку. То есть строительная компания, которая создается, у нее есть учредители. Они создали эту строительную компанию с целью прибыли. Они есть инвесторами. Люди, которые финансируют, покупают на этапе строительства эти квартиры, пенсионер, учитель, медик, они не есть инвесторами. Они есть простыми покупателями, такими же самыми покупателями, как покупает человек на этапе сборки свой автомобиль. Он заказывает. Ну, ты еще уже говорили, как просто хлеб в магазине купить. Вони купляють квартиру, правильно? Да, они покупают квартиру. Давайте до закону повернемося. Як ви гадаєте, чому його не підтримали і хто міг його заробити, так би мовити? А его зарубили сами депутаты Верховной Рады, потому что у нас большая часть депутатов Верховной, ну не то что, в каждой фракции есть строительная компания. То есть каждая фракция поддерживает какие-то строительные компании, которые строят недвижимость. И ни одна фракция в Верховной Раде не поддержит этот законопроект, ни одна. Из нынешних так уж, вы не бачите. 100%. Так вы видите сегодня большинство, слуги народа, и они пишут, какие законопроекты. То есть вот в этом законопроекте депутата Шуляк нет ни одного упоминания о криминальном кодексе. Ни одного. То есть в этом законопроекте нет ни одного увеличения ответственности чиновников, которые не проверяют эти стройки, выдают землю. Нет ни одной ответственности заказчика строительства, застройщика. То есть он собирает деньги, но ответственности здесь никакой нет. Но здесь прописаны ответственность дальше людей, где они уже на сегодняшний день невозможно людей обязать доплачивать за те объекты, в которых они уже купили свои квартиры, и эти объекты недостроены. Ну, заказчик строительства, застройщик бросил объект и ушел. Вот сегодня на законодательном уровне невозможно их обязать доплачивать. Так вот, в этом законопроекте это все делается. И более того, это все делается настолько хитро, чтобы завтра снять всю ответственность с депутата, который подает этот законопроект. Потому что создана межведомственная... Она не просто законопроект подала на комитет, его рассмотрят и потом подадут в Верховную Раду на голосование. Да? Этот законопроект подали через... созданную рабочую группу при кабинете министров, куда вошли, естественно, не такие, как я, там другие люди, да, то есть вошли туда подставные активисты, граждане, которые якобы защищают права людей, и таким образом подается информация, что эти люди также имеют право к этой информации, они будут голосовать за этот законопроект, который дальше попадет в комитет и будет направлен в Верховную Раду. Ну, тобто, фактично, поки там слуга в монобільшості, очікувати якихось змін не варто. Правильно я розумію? Смотрите, дело в том, что за первые два месяца депутатом Верховной Рады Еленой Шуляк было подано больше 10 законопроектов, и они успешно были проголосованы. И это все законопроекты в интересах заказчика строительства, то есть застройщиков. То есть это и изменение норм ДБН. У нас могут быть теперь тоньше стены. Изменение норм ДБН высотности. То есть раньше это было до 50 метров, сегодня до 100 метров. Сегодня можно строить вот эти все объекты у нас в центре Киева, строить по 50 этажей. Ну, тут, ну, грубо говоря, по 50, там, по 35, по 30, по 40. То есть вы понимаете, что это все прошло очень успешно за 2-3 месяца. А законы, где, ну, законопроекты, где именно реальная защита граждан, нет ни одного. Ни одного. И о чем мы можем говорить, когда мы говорим о том, что большинство слуг народа
они за год могли давным-давно сделать, ну, просто прорыв. А на самом деле, на сегодняшний день, вот здесь новые схемы строительные. Ну, то есть, об этом все будет известно там, через 5 лет, через 7 лет, да, когда будут новые строительные аферы, которые вот здесь вот прописаны. И люди останутся без денег. Но только мы будем рассуждать, как мы сегодня рассуждаем о тех политиках, которые писали законы там, 5-10 лет назад, да, и мы сегодня сидим без денег и без квартир. И мы говорим, вот они не защитили нас, не сохранили, там прописали. Вот все, что вот здесь прописано. Мы... Зараз все, що ви говорите, воно приємно чути нашим представникам забудовників. Можливо, я так от я думаю, хочу вступити в дискусію. В дискусію, будь ласка. І відразу запитання, чи варто дійсно владі, можливо, якось втрутитися у процес забудовки і взагалі в роботу будівельної компанії? Як сказав колега, потрібно розділити мухи і котлети. Ті проблеми, які є зараз, вони мусять вирішуватися тільки окремо, тому що там ще кілька років назад КМДА зробила карту для добудови будинку. Цеховського. Людина, навіть маючи 3 вищі освіти, не виконає ці всі пункти. Ну, тобто механізм добудови таких проєктів, як ваш, це потрібно зібрати Верховну Раду і проголосувати амністію, скасувати окремо для цього проєкту низку норм, зняти відповідальність чиновників, які будуть підписувати документи щодо кожного проєкту, щоб за ними не прийшли поліція, і тоді будуть добудовуватись проєкти. Щодо нових проєктів, максимально виключити державу. Держави там не повинно бути категорично. Єдина функція держави – це по телевізору розповідати, як не ганятися за шарою і бути трошки розумнішими. Все інше, як сказали, от всі схеми вже придумані і механізми для цього. Або, перше, продається тільки готове житло, і для цього потрібно єдине – кредитування під піввідсотки, 2% забудовника. І друга теза – це має бути страхова компанія. Страхова компанія краще будь-якого інспектора ДАБІ втрутиться в перевірку документів і буде ходити. Тому що для нормальної страхової компанії взяти на себе ризик виплати там кілька мільйонів доларів на добудову – це краще наняти власне СБ, яке буде контролювати, щоб не брали хабарів. Щодо нового законопроекту. Я не буду казати, він хороший чи поганий. Я скажу так, що по ньому покупці квартир будуть більше захищені, ніж сьогодні. Перше. І друге, нам, як забудовникам і будівельному ринку житла, це створить настільки складну адміністративну процедуру управління цим механізмом, що дрібні забудовники просто вони не зможуть бути. Тобто дрібний забудовник цей закон категорично не може виконати. Він дуже складний адміністративно і юридично. А чим саме він захистить інвесторів? Дивіться, по-перше, для того, щоб почати продавати, забудовник мусить внести в реєстр речових прав вже майно. Тобто ми купуємо не повітря, а купуємо майно, яке є в реєстрі. Цей електронний реєстр, ну, досить вже зараз, як сказати, туди вже складно, ним складно маніпулювати. Плюс він буде постійно комунікувати з електронною системою. І коли два реєстри почнуть працювати, механізми з підтасовкою документів, вони стануть, ну, надскладні. Ще одна штука. 10% квартир блокуються в електронному реєстрі. І це 10, чи 15, чи 20 зараз якраз і обговорюється. Тобто не можна продати весь будинок, і це є як страховий фонд. І от та теза, що все перекладається на покупців. Дійсно, там найбільший розділ – це банкрутство забудовника, і що з цим робити. Так що там написано? Що перше, що можуть зробити покупці, це зібратися. Доки інші кредитори можуть видавати свою там першу, другу, четверту і ще п'яту чергу повернення своїх кредитних вимог, кредиторських вимог, покупці квартири вже зібралися, і вони голосують за дві прості речі. Перше, або ми скидаємося, або ми віддаємо цей будинок, його продають на торгах, гроші ділимо між собою. І все, ми виходимо з цього проєкту. Ви хочете сказати, що це защита? Я вважаю, що це обман такий же, як і все остальное. Смотрите, ви в законопроєкті, от зараз, ну, я смотрю, ви так його читали, 10%
упомянули, вот блокируется. Большая часть, ну не большая часть, 100% объектов, которые брошены застройщиками, там больше, чем 10% свободных площадей. Что меняет? 40% свободных площадей, которые сегодня вот есть на ЖК Демиевском, могут свободно достроить те объекты и построить остальные. Ну, я имею в виду, за свободные, на свободной земле построить новые объекты, за которые могут быть достроены, достроена одна секция и выполнены технические условия. То есть даже секции построены, люди там уже живут. Просто нужно их подключить, ну, законно. Да? То есть, пожалуйста, это ничего не выполняется. Руданского 9А. Это центр возле американского посольства. Плюсовой баланс на объекте. Застройщик ушел, бросил больше 20% там свободных площадей. Это ничего не решает. Он выполнил часть своих обязательств, построил на какую-то часть, там, выполнил строительные работы, бросил этот объект, там 30% свободных площадей. Развернулся и ушел. Дальше, как люди будут жить в недостроенном объекте? Они не могут там жить. Ну тоді ми повертаємося до першої схеми. Продаємо тільки те, що реально збудовано. Все. Государство должно поставить точку і сказати, построили, ввели в експлуатацію, а потім тільки продавайте. І держава дала кредити під 2%. Та это уже вопрос государства. Нет, это не государство давать кредиты. Государство создает свою компанию, государство формирует там рабочие места, и этими рабочими местами строители, мостостроители. Я уже знаю эту компанию, как КПРС называлась. Смотрите, у нас застройщики. Да, и у нас строили миллионами, сотнями миллионов квадратных метров жилье и давали людям бесплатно. И вот сейчас посмотреть людей по всему, по Киеву, по другим городам, многие люди до сих пор вот эти вот бесплатные квартиры составляют основу их капитала. Вот у человека больше ничего нету, кроме той квартиры, которую ему бесплатно КПСС дала, да, как вы говорите. Смотрите, вот вы говорите дальше, майнові права там в реестр вносятся. А что будет, ну вот я что выиграю от того, что у меня будет не просто договор с заказчиком строительства, с застройщиком, да, простая бумага, да, а у меня это будет зарегистрировано в БТИ. Ні, не воно в БТІ, зареєстровано державою, ба більше того, хорошо, ви можете продати своєму сусіду, і я як забудовник навіть цього не буду знати. Да, це є вже майно. Хорошо, що я виграв, коли воно зареєстровано, воно є в реєстрі, але цей об'єкт не достроєн. Тоді бросив застройщика, ушов. Тоді є два виходи, я ж сказав, або продали і забрали гроші. Я зараз можу по переуступці продати недостроєне. Що я виграв? Кому мені його продавати не от зараз? Ти заплатив 40, продав за 10. Риночна стоимость 70 тисяч. Тобто застройщик ушов. А мені предлагають 20. Я за 20 тисяч нічого здесь не куплю. А заплатила 42. Пан Василь, можливо, пана Андрія. Дальше, можна я доповню? Якщо дозволите, я закончу. Скажіть, скажіть. В даній ситуації, от застройщики, всі застройщики, хочуть уйти від повної відповідальності і від повного контролю. Для того, чтобы сегодня у нас все граждане были защищены, у нас у Киева есть земля. Киев может быть заказчиком строительства, то есть прописан генплан, строится конкретно там 30-этажный дом. Нельзя строить 32, как строит большая часть заказчиков строительства, застройщиков. И потом, ну, вводят в эксплуатацию, ну, скажем, с легкими нарушениями, для них достроить два этажа и ввести в эксплуатацию, это вообще практически каждый объект так достраивается. Даже мы говорим за топ застройщиков, они так все строят. То есть есть город, он есть заказчиком строительства, Киевская городская администрация. Деньги поступают на счет какой-то с Киевской городской администрации. Оттуда деньги поступают генподрядчику, который выиграл тендер, получил готовый проект, он не может строить. Если он нарушает что-то, он уходит, потому что он выполнил определенный этап строительных работ, получил на это деньги. Если он не выполнил, значит, он вор, меняется, и приходит другой заказчик строительства. И эти объекты будут все завершены. А у нас все застройщики хотят получить землю, получать деньги, снять всю ответственность с себя и снять всю ответственность с чиновников. Эта система, если не изменится, где заказчиком строительства будет либо государство, которое будет заказывать строительные объекты, потому что оно есть собственником земли в Киеве, а не передавать ее в аренду за 3 копейки там, заказчику которая не строительства. Платится.
которая не платится. И сегодня... Бюджет города. И из-за этого у нас огромные минусы. Уже в миллиарды исчисляется. И они говорят, нету денег вас подключить. 300 метров кинуть кабель. Кстати говоря, вот по этим долгам по аренде, по земле, это что же можно? Вот просто в процедуре банкротства забрать себе, вот город может забрать себе эту землю. Это вот первый тут, шаг, вот, который вот, мы вот, просим. Вот как бы коллега, ну я так понимаю, столько коллега, сколько оппонент, говорил о том, что для того, чтобы достроить ваш объект, нужно принять какие-то решения на уровне Верховной Рады. Я так понимаю, что снизить нормы, подписать какие-то незаконные бумаги. Даже это не требуется. Звучало примерно так. Я так понимаю, что звучало так. Людям хорошо, крыша над головой есть, пускай живут в хлеву. В начале 20 века люди и такому были бы рады, когда их с бараков достали, как бы и поселили в коммуналке. Да, и тогда и такому были рады. Но сейчас-то у нас век 21, и если там чего-то не хватает, какие-то коммуникации недостроены, ну так извините, государство берет на себя обязанность достроить дом и привести коммуникации. А потом ведь вопрос не только в коммуникациях, есть еще такая штука, как инфраструктура. Ну ничего себе, 3000 человек у вас там живет. 3000 человек, а сколько же там у вас детей, да? А куда же этим детям в садик ходить? А где школа? А где школа у этих деток? А кроме школы еще где дошкола? Больницы. Куда им, извините, кто-то на танцы, кто-то на рисование, кто-то на театральный кружок. Нормальное гармоничное развитие личности обеспечить. И вот государство к этому должно подходить с точки зрения интересов народа. Тут меня упрекнули, говорят, был у нас уже пример КПСС, да, так отличный был пример, когда строили микрорайоны, в этих микрорайонах были школы, в этих микрорайонах были кружки, больницы, поликлиники, было все, что необходимо людям. Были магазины в том числе, причем магазины, которые не 10 магазинов, которые между собой конкурируют, в итоге забивают те же транспортные сети, транспортные сообщения машинами, которые там по одному лотку хлеба привозят, а нормальные магазины, в которых нормально снабжали. Ну, до тех пор, как пока не начали разрушать страну и не внесли туда элемент, по сути, саботажа, который вылился в дефицит. Так вот, этот как раз вот нормальный подход государства. Государство выполняет свои обязательства перед гражданами. Есть обязательства, мы же Конституция, это же Конституция, договор общественный между нами и государством. Мы государству даем вот это, вот это, вот это. В обмен мы получаем, второй раздел, наши права, в том числе право на жилье. Взяла государство, и в том числе право на защиту от негодяев, от разбойников, от преступников. И вот вы говорите, там 2011 года законопроект ужесточается ответственность и так далее. Дело не в том, чтобы уже принять закон, в котором еще больше ужесточится ответственность. Можно принять закон, в котором предусмотреть, казнь смертную для всех этих застройщиков, их там детей, внуков и так далее. Проблема в другом. Ну, даже такое можно прописать. Пан Андрій зараз подивився на мене, я на нього, і в нас питання виникло, ви серйозно? Можна все, що угодно написати в законі. Когда-то був такий голова Верховної Ради Олександр Ткаченко, він говорив, Верховна Рада може все. Могут написать все, что угодно. Вопрос в другом, чтобы законы исполнялись. Вот на мой взгляд, законы, защищающие граждан, достаточно для того, чтобы этих граждан защитить. Но проблема в том, что эти законы не исполняются, из-за неисполнения законов уже наблюдающие, карающие, контролирующие органы опять-таки не несут наказания. Дивіться, була мова про те, що влада так вона не виконує всіх тих функцій, які могла б чи мала б. І, власне, там представник девелоперської фірми сказав, що краще нам абстрагуватись від цього, і ми самі всі зможемо. Можливо, навіть всіх забудовників не треба, знаєте, одними граблями гребсти. Можливо, дійсно так комфортніше. Предпринимателя получення прибылі. Тут же сказано було, прибыль в першому очередь. Хліб. Пекут. Не для того, чтобы людей накормить хорошим хлебом, а для того, чтобы получить прибыль. Бачите, сказав це Василь, а наїжджають всі на Андрія. Пан Василь. Ринок я вас поддержу сейчас, но есть один маленький момент. Нет, вы сами говорили о том, что... Нет, вы говорили по поводу того, что рынка нет, потому что вот эти законы, они направлены на то, чтобы выдавить мелких. Цель любой конкуренции в чем? Вот мы конкурируем, например, в беге на 100 метров. Победить. Победа – это монополия. А монополия – это сразу рост цены и падение качества. Собственно говоря, это уже доказано. То, что мы сейчас умеем. Так это доказано историей человечества. Но мы по этим граблям идем, по которым американцы ходили 100 лет назад, там европейцы ходили 50 лет назад, а теперь грабят нас. Пане Василю, ви хотіли сказати? Так, я хотів додати, що мова йде про регуляцію, про надмірну регуляцію. Регуляція, надмірна регуляція зі
зі сторони держави, тобто вона може забрати або інвестиційну складову, і в принципі людина вже буде купувати квартиру, яку вона отримає через 2-3 роки, по ціні тій, яка вже зараз вона от готова. Тобто не буде цього росту ціни. І зараз людина є вибір просто купити вже готову квартиру. Тобто от, якщо ми хочемо там мати низьку ціну, там хорошу систему розтермінування від забудовника, тоді якби треба приймати певні ризики. Тобто я не говорю, що це добре, тому що забудовники в свою сторону, з своєї сторони також є велика кількість претензій з точки зору підключення мереж. Мені здається, що немає таких забудовників, які не хотіли б підключити мережі. От просто не хотіли. Я їх не буду підключати. Тому що там корупційна составляюча, і з вас її душать, і заставляють це платити. А ви в итоге вынуждены либо давати, и тогда денег не остается, и они закрывают глаза уже на все остальное. Вот в нашем случае, я так понимаю, был такой момент, потому что дом, как оказалось, вникнув в проблематику, вот в первой секции, когда уже было получено даже право собственности, оказывается, все эти многоэтажки должны подключаться к теплу на этапе утепления фасада. Вот скажите мне, вы все об этом знаете? Вот, а теперь я об этом узнала от бывшего мэра, на его личной аудиенции, на его Мельченко. Он сказал, что это должны были сделать на этапе утепления фасада, и город должен был это проконтролировать. Но неужели бы вы, как застройщик, не выполнили бы эту норму? Всі вот, понимаем. Теперь норми. Следующий вопрос. Смотрите, берем данную ситуацию. Тут прозвучало, что надо все это апеллировать, принять и все. И решить эти проблемы с Войцеховскими и со всеми остальными. Говорили про штучні перепони, які створюють. А вот теперь смотрите, у нас есть нормы закона. В данный момент создана межведомственная группа, в которую частично Артема не включили. Мы путем каких-то вот лоббирования, я не знаю, нас впустили туда, но мы не имеем права голоса за столом. Только достучавшись, дописавшись очередным там 150-м письмом с жителями, собирая по 400-800 подписей, нам дали право голоса 3 раза, учитывая карантин и все остальное. То есть мы выступили 3 раза. А все очень просто. Это межведомственная группа имеет полные полномочия принять индивидуальное решение по каждой стройке, вникая в каждый кейс. Выезжая на территорию, что было сделано, Геращенко, он приезжал на стройку, смотрел на это все, понимал, разбирал эту проблематику, хотя он не строитель, и он не должен вникать, у него другие функции, насколько я понимаю. Он должен судить тех, кто это не выполнил и кто обманул. И мы уже пришли к нему с фактом нашего обмана. Но теперь следующий вопрос. Почему за 3 месяца работы этой группы не было не принято ни одного? Никакого, вот вообще ни одной бумажки, которую бы подали в Кабмин, и Кабмин как орган мог бы принять и решить этот вопрос. Начиная от того, что вот есть ЖК Демеевский, у него плюсовой баланс, да, есть долги по земле, да, выиграли суд, его уже можно расторгнуть, аренду земли, которая уже законным путем, мы уже кричим со всех сторон об этом, подаем громадские инициативы, подключая киевлян, потому что мы не киевляне, понимаете, я вообще никто. Я оказалась в воздухе, принеся опять в это государство деньги. И первое, о чем я думаю, ложась каждый вечер спать, я думаю, а не уехать ли мне отсюда? Потому что мне столько лет, потому что я специалист, и в любой другой стране мне не то, что дадут процент мизерный на жилье, а просто потому что я работоспособный человек, который может принести прибыль там. И у нас все возникает вопрос, куда уезжают молодые специалисты, простите, медики и все остальные, Пані Наталі, потому що нет особисто права. Тепер плануєте робити? От у вас виникає таке питання, як ви на нього відповідаєте? Все очень просто. Мы сейчас настаиваем и просим вот с эфиров везде, пожалуйста, город, разорвите аренду земли. Это будет первый правильный юридический шаг. Все говорят о юридическом поле. На основании этого КМДА создает либо конкурс, куда
приглашают других застройщиков, которым рассказывают всю нашу ситуацию. Они изымают эти документы, поднимают их у себя, откуда-то из архивов. Я же так понимаю, что любые документы, которые вы получаете у КМДА, либо вот у городской власти, это все дублируется, у них где-то в архивах сохраняется. Правильно ведь? Я так понимаю, так? Работает система. Можно питання? Ваш будинок, який от, особисто ваш, він був введений в експлуатацію? В експлуатацію, зараз, в 15-му году. Вже введений чи, да, чи відмінений? Введен в експлуатацію. Чи відмінено введення? А потім судом відмінен. Тут... Вот у мене много очень вопросов. Как можна? Вот смотрите, я простой человек, я пришла в отдел продаж, я задала все вот эти вопросы, которые вы озвучили, кроме второго пункта. Я не знала, что я должна еще где-то найти инженеров, которые должны проверить подключение, мегаватты и все остальное, понимаете? Я просто этого не знала. Но, побеседовав в отделе продаж, увидев их план, генплан и все остальное, мало того, там был детальный план территории разработан, в котором нет ни одного ограничения. Но почему в 16-м году КМД или в 15-м не провела громадские слухания. Вот понимаете, у меня это я выясняю, я выполняю функцию, я не знаю кого, застройщика, юриста, следователя. То есть я должна вникнуть в проблематику всего дома последние полтора года. Вот понимаете, и сейчас я понимаю, что есть законное решение этого. Мне даже к президенту не надо обращаться для политической воли. Есть закон, по которому написано организовать добудову будинка. Каким внутренним положением, актом или как МДА на сессии депутатов рассмотрит это их департаменты должны разработать, сделать. Приглашая опять-таки вас, забудовников, вы все там знакомы, вы все ходите, и вы все предоставляете свои проекты. Они вас могут пригласить и сказать: ребята, вот у нас есть дом, он проблемный, но тут можно еще построить сколько-то тысяч квадратных метров, которые не проданы, которые прибыльные, и вы можете как... Это бизнес, все получают прибыль. Продать и получить бизнес, потому что район хороший, все хорошо, и все возможно. Но надо доподключить вот этих і достроїть вот эти. А крім підключення вашого будинку, в нього проблем нема? Він абсолютно законний по ДБНам. Тобто в чому моя теза, що інспектор ДБІ, коли прийде підписує? Вот смотрите, ви задаєте мені этот вопрос. Вот як ви думаєте, я на нього можу відповісти? Можна я відповім? Як ви думаєте, якщо міністр діючий, молодіжі і спорту, видає олімпійським чемпіонам в цьому домі квартири, он может быть законным или незаконным? И говорит, забудовник социально ответственный. Вот у меня вопрос, нормы да? могут быть нарушены? Это шок у нас в Украине, да? Это шок у нас в Украине. Министр молодежи и спорта выдал олимпийским чемпионам квартиры в этом объекте, которые в результате стали незаконными. И олимпийские чемпионы сегодня не могут прописаться там, не могут жить в этом объекте, платят тарифы в 5 раз выше, чем они на сегодняшний день есть жилые тарифы, да? И это в Украине у нас нормально. Так, у нас... моє питання. Інспектор ДБІ, коли підключить теплову мережу і прийде підписувати так, чек-ліст, технічні умови не виконані. І коли коли виконають технічні умови за рахунок сусіднього інвестора, конкретно по цьому будинку підпише сертифікат готовності? Да, я думаю, там проблем в этом нет. Вопрос в том, кто будет финансировать строительство технических условий. Ну, тоді я скажу так, ваш будинок саме унікальний, тому що моя теза про те, що потрібно змінювати конкретно законодавство, вона стосується будинків, де, наприклад, нема землі. І коли в тебе нема землі, як би ти не збудував, інспектор ДБІ ніколи не підпише, тому що це порушення його повноважень. А у нас є земля? Нету обмежень, и вопрос у меня, есть что еще построить, и по какой-то причине нас который месяц маринуют и рассказывают, что это все незаконно, и на любой суд есть другое решение. Вот у меня вопрос, откуда у властей города есть такие полномочия и уверенность в своих силах, что они могут законное решение суда отменить? И оставить 3000 людей в воздухе, которые живут там уже пятый год. Ребят, пятый год живет первая секция.
4 года живет вторая секция, 2,5 года, нет, вру, 2 года, ровно 2 года. 1 декабря нам выдали ключи, 18 года. Живет уже третья секция. Понимаете, да? Вот мы остаемся в воздухе. Вопрос. Я не могу продать квартиру, потому что у меня нет на нее законных прав. Но у меня есть договор купли-продажи, не инвестиции. Мы тоже в этом вопросе сначала путались, и мы пытались в нем разобраться. И я не понимаю, почему. Вот все сейчас задают один вопрос. Как оградить следующих покупателей от обмана, когда есть законы, но они почему-то не выполняются и максимально тормозятся по всем структурам и ланкам. У нас открыты уголовные дела. Нет никаких движений по ним. Вопрос, почему? Это безнаказанно. Это государство вообще? У меня возникает вопрос. Пане Артеме, вы хотели відповісти на питання? Я хочу дополнить. Вот коллега сказал, что могут принять любой закон. Мы можем завтра принять закон, что если заказчик строительства не достроил объект, его нужно казнить. Да? Вопрос только в том, кто будет исполнять этот закон. Если у нас сегодня законодательство вообще на самом деле идеальное. В 2016 году пан Геращенко, будучи тогда уже заместителем министра МВД, пишет у себя пост в Фейсбуке, да, и пишет о том, что обвиняя Войцеховского в строительной пирамиде, где имеют прямое участие, он до сих пор есть у него на странице, прямое участие чиновники ГАСКа, Киевской городской администрации, прокуратуры, полиции, даже то есть тех коллег, которые сегодня у него там в рядах, судьев, в том, что сегодня люди остались без квартир. Как вы думаете, с 16 года, ну вот Войцеховскому купили билет в Польшу, он улетел. Я думаю, купили сами следователи. Так вот, с 16 года нет ни одного, ну не то что с 16, у нас вообще в Украине нет ни одного случая, где бы застройщик сел в тюрьму. Реальный срок, чтобы он находился в тюрьме. У нас ни одного случая нет, чтобы чиновник сел в тюрьму за вот такие вот схемы. Как вы думаете, хоть одна подозра с личием была направлена на хоть на одного чиновника с 16 года после данного заявления Геращенко? Ни одного. Нет. В уголовном деле нет ни одного чиновника, который бы имел прямое отношение, либо сотрудника полиции, о котором здесь вот написано, который бы имел отношение к этим всем строительным схемам. Мы сегодня знаем, вот министр молодежи и спорта Жданов выдавал квартиры, люди остались без квартир. У нас департаменты Денисенко возглавлял тогда вместе с Даниловичем, это чиновники КМДА, которые подписывали договор с Войцеховским и отправляли туда очередников. И эти люди остались без квартир. Эти объекты недостроены. И у нас правоохранительная система не выполняет свои обязательства. Так вот, написав любой закон, мы завтра будем иметь закон, где мы можем казнить, имеем право, да, правоохранительная система будет завтра казнить этих застройщиков, если они не выполнили. Но сама правоохранительная система не делает ничего, чтобы выполнить даже те законы, которые у нас есть сегодня. Более того, за все эти годы Геращенко не выполнил свои обязательства, как замминистр МВД, вместе со следователями, со всеми остальными, с его реформами. Он сегодня возглавляет межведомственную рабочую группу, где подан как раз вот этот законопроект депутата Елены Шуляк, который они сегодня проталкивают для того, чтобы снять всю ответственность уже с тех, которых они должны вот здесь вот посадить. Они снимают всю ответственность с них и перекладывают на простых людей, которые уже выполнили свою ответственность по договору. Так у меня вопрос. Замминистр МВД, который не выполнил свои обязательства, что он делает в межведомственной рабочей группе? Пане Артеме, на жаль, питань залишається дуже багато, і ми зараз говоримо про конкретну проблему. Але мені здається, що ошуканим вкладникам, інвесторам, покупцям хотілося б знати одне – як з цієї проблеми вийти. Ясно, що точного рецепту, на жаль, дати ми не можемо. Тому що все-таки зійшлися ми на думці, що очікувати вирішення цієї проблеми треба від влади. А закон досі не прийнято і нових подібних навіть не подано. Відповідно, у підсумках хотілося б почути від кожного з нас, які взагалі є перспективи у покупців, що треба робити
тим людям, котрі поки що лише задумуються про те, варто вкладати гроші чи ні. Можливо, дійсно краще не вкладати, можливо, я про інвесторів. Можливо, краще інвестувати у щось інше, ніж у нерухомість. Але якщо ти хочеш купити власну квартиру, то виходу якби немає, вона треба. До кого краще звертатися? Все-таки на що важливо ще дивитися? Давайте у підсумках про це поговоримо. І хотілося б все-таки ще сказати, що у нас у студії присутні представники забудовників, і хоча вони з боку забудовників говорили своє слово, і якби на них їм опанували усі інші гості студії, хотілося сказати, що це добросовісні забудовники, щоб ніхто нічого не подумав, тому що я так дивлюся на пана Василя, постійно говорять, а у них у Львові взагалі все добре. Я як примір вам скажу, про Львов, там нет вообще такої проблеми. Да, я за те, що хоча вони відстоюють інтереси забудовників, вони у нас доброякісні, добросовісні, все будують, ми б їх в студію інакше не запросили. Правда, Марія? Правильно. Коротко, 2-3 хвилини. Що потрібно робити інвесторам, забудовникам, владі? Ваша думка? Владі точно бути поміркованою. Не створювати той хаос, бо той хаос, який зараз сама влада робить на ринку там нерухомості взагалі, такого ще за часів незалежності не було. Тобто, по-перше, владі прибрати хаос. Самим покупцям читати більше, спілкуватися з професіоналами і почати розуміти цю специфіку, якщо ти вже хочеш вкладати гроші на ранніх стадіях, а не купувати житло. І третя моя теза – це купувати житло там, де забудовник піклується про інфраструктуру. Зараз забудовники, професійні, вони починають з садочка, з багатофункціонального комплексу, де можна купити все, пізніше будують школу, а паралельно тільки будується житло. І коли в тебе свій власний парк чи власне озеро, тобто там, де є інфраструктура, коли забудовник вкладається в це вже він декларує те, що він, якщо це, звичайно, не 3D-рендери, які там всі забудуть, але і цінник інший. І тут є проблема, чи ризикнути всім, бо якщо купляють за невеликі гроші, це реально всі гроші, які там збирали 10 років. Це ризик. А більше нема. Чи трошки підзбирати. Сподіваюсь, що дешева іпотека це вирішить. І зараз якраз до цього йде. Це живий ринок, я думаю, більше. У вас буде час сказати, пане Олександре. Да. Хто більше винен, влада чи недобросовісні забудовники? Мені не той же самий вопрос, який колеги. На самом деле, вот власть допустила хаос, но хаос в бесконтрольности. В бесконтрольности, в которой можно грабить людей и за это не нести никакой ответственности. Вот тут очень красноречивый пример с Антоном Геращенко, который в свое время был помощником народного депутата Арсена Авакова, который возглавлял райадминистрацию в Харьковской области, в которой Арсен Аваков был губернатором. И, по сути, функция Геращенко в этой комиссии в чем? Чтобы соблюсти главную заповедь следователя – не выйти на самого себя. Вот здесь они как бы отлично с этой задачей, наверное, справляются, судя по всему. Потому что вы говорите, кстати, то, что они группой это делают, преступление, что такое отягчающие обстоятельства при нормальном рассмотрении. Что касается людей и что им делать? Не играть в азартные игры. Не играть в азартные игры и не рассчитывать, что ты обыграешь мошенника, профессионального мошенника, который на этом собаку съел и который на этом заработал, да, вписался в рынок и заработал миллионы. Вы постоянно апеллируете к каким-то частникам, которые придут к вам и что-то сделают. Не сделают вам частники вообще ничего хорошего для вас конкретно и для других граждан, и не только в том, что касается стройка, и для того, что... Если бы у нас выполнялась социальная функция государства, уже в первой статье написано, что Украина социальная держава, там права, демократичная и так далее, социальная держава. Вот если бы эта функция государства исполнялась, то было бы совсем все по-другому. Но, к сожалению, народ решил иначе. Вот взять даже выборы, которые совсем недавно у нас завершились. Виталий Кличко, я не знаю, кто эти 300 тысяч киевлян, которые проголосовали за Виталия Кличко, который 6 лет разрушал Киев, уничтожал Киев, продолжает это делать, теперь будет это делать еще на протяжении 5 лет. Но на грабли наступили снова. Третий раз уже, по-моему, да, его избирают третий раз. И кто виноват, кроме тех, кто пришли и проголосовали Виталя наш мэр. Ну и то же самое по другим
по другим моментам, связанным с избранием власти, но в конце концов никому ничто не мешало прочитать программу того же Зеленского, посмотреть на тех же слух народа, кого же вы избираете, программу Порошенко, ну и так далее. Но это же твоя судьба. Почему-то люди задумываются над тем, какую машину выбрать, или даже квартиру. Вот несовершенно, но где-то все-таки что-то читают, что-то смотрят, задают 4 из 5 важнейших вопросов. А когда выбирают себе власть, вообще никто не задумывается. Господи, избрали и избрали. А то, что он избирает того, кто будет тебя либо грабить, либо работать ради тебя, ну, последние 29 лет как-то не случается у нас избрать того, кто будет для тебя работать. Я так тезово, і в принципі останній час, який я як адвокат, коли працюю, я раджу купувати готове житло. В даному випадку, хоч ви теж придбали готове житло, але я веду тут мову, що все, вже комунікація, об'єкт функціонує. Насправді, ми тут ділили покупців та інвесторів, я десь для себе суб'єктивно вважаю будь-які інвестиції, будь-яке вкладення грошей в те, що будується, ризиком. І навіть у мене рідні вкладали гроші, я казав, що, ну, я не можу, перевіривши документи, нічого тут гарантувати. Тобто ви ризикуєте, якщо все вийде, ви за меншу ціну придбали об'єкт, прочекавши 2-3 роки. Друге, те, до чого тут насправді ми прийшли. Держава – неефективний власник і держава – неефективний контролер. Ефективним контролером якраз може бути той самий бізнес, ті ж страхові компанії. Вони не дозволять недобудувати, тому що вони повинні будуть це все виплатити. Це їх гроші. Ну і ще, це можливо так буде не дуже коректно, але в нас голосують гривною. Тому, коли приходять на два об'єкти, і на одному трошки не так з документами, але дуже хороша ціна, незважаючи на всі ризики, вкладають. Але потрібно розуміти, да, от навіть люди, мені здається, вибираючи кросівки або пральну машину, вони можуть подивитися, що вона всюди умовно 10 тисяч гривень коштує, а тут її продають за 3. Ну, вибачте, ну це нереально. Тобто, ну зовсім нереально. При цьому люди сподіваються, що ось, це мій шанс, мені пощастило. З квартирами, на жаль, те саме, і мені здається, ще менше, ну, менш допитливі люди. От як ви озвучили, що ви перевіряли, скільки в мене було ситуацій при певних питаннях до відділу продажі, вони просто і кажуть, ідіть в інше місце. Але люди все одно купляють, бо дуже хороша ціна. В результаті, ну, це ризик великий. Моє мнение, що потрібно покупати жилье тільки введене в експлуатацію. І навіть в цьому випадку необхідно перевірити, що застройщик виконав свої обов'язки, построил технические условия, то есть перед городом, что завтра это решение о вводе в эксплуатацию не будет отменено. То есть даже здесь люди, законодательство их не обязывает проверять, то есть они не обязаны, это делать должно государство за них, потому что оно должно их обезопасить, оградить, контролировать эти стройки, но оно не выполняет свои функции. И людям приходится брать на себя эти функции, другого выхода нет. Только покупать. И хочу еще заметить, что если мы обратим внимание, все строительные такие крупные объекты почему-то останавливаются на именно периоде смены власти. То есть одна власть уходит, приходит другая, естественно, новые лица занимают место, и путем остановки одних строительных больших компаний начинают строить другие и в результате продают. Поэтому я думаю, что если наша сейчас власть ничего не изменит, если правоохранительная система не начнет действовать, не начнет привлекать к уголовной ответственности, начиная там от Войцеховского и ему подобные, потому что они подают пример другим заказчикам строительства, не достраивать можно, бросать можно и не нести ответственность за это тоже можно. Если они начнут выполнять свои функции, мы будем иметь на 2024-2025 год очередную строительную компанию, которая просто рухнет, придут во власть новые люди, которые будут опять спасать тех, кого они уже обворовали. Ну, надмірна регуляція держави може, з одної сторони, призвести до збільшення вартості квадратного метру навіть на початковому етапі, при тому, як ми тут розбираємось, не гарантувати цю безпеку, за яку там переплачує покупець.
Рекомендація більш детально вивчати все ж таки документи, дивитись на містобудівну документацію, на внутрішні документи. І навіть за кожною зміною влади, якщо розібратись, то є конкретні там документи, які там не були зроблені, але було так прикрито якимось там прізвищем. І якщо там інвестор чи покупець квартири розбере, тобто ці всі нюанси, тоді він зрозуміє, чи це ризикований об'єкт і чому він там стоїть так дешево. Ну і ціна все ж таки, тобто коли при одинакових рівних тут ціна там дешевша на 10-20, а то й 30%, це свідчення того, що треба більш прискіпливо переглянути даний проєкт. Ну, став жертвой этой афёры огромной. Я могу сказать так. Если бы отмотать ситуацию 5 лет тому назад, у меня была такая вот возможность, я бы, наверное, не покупала ничего в этой стране. И я бы не вкладывала деньги в эту экономику. Зная свой опыт и всё, что я видела в других странах, поддерживая политику Польши, Германии, США, Мексики, других стран, я вам могу сказать так, я бы вот не вложила бы деньги в Украине. Но сейчас, имея эти реалии, я понимаю, что любой новый закон не защитит людей ни от чего. Читать документы, проводить исследования, делать запыты, возможно, это вас как-то оградит. Но знать эти четкие вопросы, к сожалению, не всем дано. Поэтому необходимо обращаться к каким-то друзьям, специалистам или еще кому-то. У нас нет, кстати, организаций, которые могут достоверно сказать, что этот забудовник, да, действительно построит, а этот нет. То есть обращаться, по сути, некому. Даже придя в городские власти, ты не получишь ответа. Потому что они могут потерять эти документы на, это, вот, на моем примере дома. А людям, которые оказались вот в этой ужасной ситуации, такому как Виталик Ткаленко, это наш житель, который вышел на мост метро и готов был покончить жизнь самоубийством, потому что его довела эта ситуация до этого, это из-за нашего дома, набраться мудрости, храбрости, смелости и идти отстаивать в суды свои права. А государство я призываю исполнять решения судов, и не бросать этих людей, потому что эти люди, если они разуверятся, то их дети, внуки и все остальные не будут жить просто в этой стране. Вот. Дякуємо, пані Наталя. Бажаємо, щоб все-таки ви дійшли до кінця. Бажаємо, щоб ваша ситуація була вирішена. Ми особисто будемо на це сподіватися. Дякуємо усім присутнім за розмову. Хотілося б, звісно, побажати кожному українцеві, чи інвестує він кошти, чи купує власну першу, другу, третю квартиру, щоб те помешкання, що він придбав, зустріло його теплими стінами і домашнім затишком. І насправді, ми, знаєш, тут збиралися і не говорили про ризики, правильно інвестувати чи неправильно, а говорили просто, знаєш, в кого будинок краще, в кого комфортніше і чий забудовник добросовісніший. Дякую, що дивилися. Це була «Політика без правил» на телеканалі «Правда тут». Зустрінемося вже наступного четверга о 20-й годині вечора.